приветствую вас на канале AsmodeePlay. Подписчики и те, кто просто зашел, мы продолжаем играть Ночь Ворона. Ночь Ворона. Она у нас, так сказать, ну хоть и написано, да, что это патч, но я так думаю, что убраны только лаги, так она у нас лысая. Итак, мы у первого города тусуемся. Что у нас есть? Стрела. Пойдем. Так. У нас у Люси убежала. Но мы нашли письмо Люси, то, что она сама ушла. Без принуждения. Ой, я не помню. А, орка же мы и так и не убили. Да. Так, ладно. Травы были собраны. Так, солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Пиво, мангал. Это батя отцу помогал. Ладно, суть-то не в этом. Солнечный круг. Солнечный круг меня терзает то, что там находится арбалет. Да, арбалет находится одного из воров. Так, миссия такая легкая. Надо просто прийти, взять. Он там у одной из колонн лежит. Мой муж думает по-другому. Не говори мне об этом. Давайте посмотрим. Он слишком много болтает, типично для него. Ух ты! Что я могу сделать для тебя? Что ты ищешь душевного комфорта? Ты хочешь помолиться нашему владыке Инсу? Или, может, хочешь пожертвовать золото его церкви? Что ты сказал? Я не верю в это. Совсем жизни не стало. Правда? Как интересно. У тебя такой расстроенный вид. Правда? С континента в монастырь была отправлена драгоценная статуэтка. Но до нас она так и не дошла. Корабль был ограблен? Нет. Он в целости и сохранности прибыл в Харинис. Я встретил его и забрал статуэтку. Но когда я возвращался в монастырь, на меня напали гоблины и отобрали ее у меня. И не надо на меня так смотреть. А я нашел вроде бы ее. Тоже люди. Я больше ничего не скажу. Все будет только хуже. Ты не пытался вернуть. Ты не пытался вернуть статуэтку? Конечно, пытался. Я везде ее искал. Но, увы, безрезультатно. Типично для него, совсем жизни не стало. Где именно ты потерял статуэтку? На пути в монастырь, неподалеку от таверны Орлана. Все об этом знают. Он слишком много болтает. Я услышал достаточно. Я найду статуэтку. Да направит тебя Инос и да защитит. Давай. Как это типично для него. Ему лучше заткнуться. Я нашел статуэтку. Хвала Иносу! Что ты... Я? Ничего. До сих пор она приносила мне лишь несчастье. Ты отнесешь ее в монастырь, сынок. Ступай, сынок. Да прибудет с тобой Инос. Ну ладно, так. А откуда ты сам пришел? Откуда ты пришел? Я пришел из монастыря магов, находящегося в горах. Я слышала другое. Так. Подробности. Мне нужны подробности. Мы обучаем наших студентов всем формам магии. Но сила магов огня не ограничивается только магией. Мы также хорошо разбираемся в искусстве алхимии и создании рун. Еще мы делаем превосходное вино. Ой, не надо мне тут рассказывать так. А что ты делаешь в городе? Что ты делаешь в городе? Я просвещаю паладинов и поддерживаю. Так, кстати, не знаю, как здесь и ободряющими словами. Но в других в эти тяжелые патчах... времена наш долг быть среди народа и помогать. Он что-то замышляет, я не помню, но он что-то с ворами связан или с убийцами там. Я не верю в это. Поэтому не все так легко и просто. Так, с львами мы потом поговорим. Я хочу... Не говори об этом никому. Я Хакон, торговец оружием. В наши дни каждый должен носить оружие. Особенно, когда выходишь за городские... Да, вообще-то я не с тобой хотел поговорить, а вот с пиратом. Я всегда это говорила. Что ты знаешь об исчезновениях людей? Я вижу множество людей, проходящих через восточные ворота. Некоторых из приходящих в город я раньше никогда не видел. А некоторые из уходящих больше не возвращают. Но недавно случилось нечто действительно странное. В город пришел один человек. Вроде бы его звали Джо.
Он что-то болтал о том, что скоро он разбогатеет. Он утверждал, что нашел способ пробраться в одну из городских башен, где хранится оружие ополчения. Так. Я рассказал об этом ополчению. Да, лорд Андреа сказал, что башню. Не понимает, о чем я говорю. Он даже не знал, что это за парень. Ключ у одного из стражников. Так. Я всегда это говорю. Ты хочешь сказать? Не говори, что ты не знал. Так, вот так, покажи все этого. Это ужасно. Лучше не говори, не надо. Нет. Он почти не отдыхает. Мой муж думает по-другому. Так, мне. Я видела это сама. С тобой надо. Еще, послушай, сынок. У меня есть. Мы поговорим попозже, так попозже, ладно. В башне. Джо заперт в башне. Башня, вот она, видите, вот эта вот башня. И вошел вот в она. Царство Белиар. Но ключ находится у одного из стражников. Так, подождите, мне надо... Так, я хочу присоединиться к Братству Кольца. Вот, ты можешь вылечить меня. Ты можешь? Ада нас. Так, подождите. Теперь я хочу пойти сразиться с орком. Я потому что хочу узнать, что в пещере. Пока у меня есть время, пока я... Светло и хорошо. Сейчас мы зайдем. Так, мне еще с бандитами надо снюхаться. Ну-ка, подожди. Мне... Ну, если это так не... Но я не вижу никаких... Мне... Ну, если... Так. Меня... Да ну! И где же они... Ладно, короче, ты бесполезен в этом плане. Я думал тебя взять как жертву, пока тебя хреначат. Ладно, я хочу орка убить и посмотреть, что я с этого буду иметь. Вау! Да, тихо ты. Иди сюда, подлая тварь. Еще одна тварь. На. Еще одним монстром меньше. Убери оружие. Так. Забрали. А ты мне не верил, что они там есть. Вот сейчас кто там в арке или кто там остался, его там уж на колбасу пустить можно. Так, по поводу орков не расстраивайтесь, их там до хрена. Так что... Варк. Ну ты, твою ж мать, того. Итак, давайте сохраним и посмотрим, куда нас этот портал притащит. Стой. Я не умею открывать замки отмычки. Ой-ой-ой, вот сюда нас притащил. Ладно. Не будем сюда идти. Идем в город. Так, три портала, да, находятся на так это... в обычной версии. В необычной их гораздо больше, чтобы... Не бегать, не путать. Я, кстати, даже не помню, чтобы я обычно играл в эти всякие патчи про патчи. И там очень много... Очень... Да, ёж твою мать, дайте мне сказать. Со своими ягодами. Очень много было этих сектантов. Вот. Где-то они нужны, где-то они не нужны. Они не фигурируют так вот в игре. Так что... Сильно уж... Шибко. И что еще хуже? Что мне... А, стоять. Сара. Как это типично. Как торговля? Когда пришли паладины, я сначала думала, что это хорошо для бизнеса. Но теперь Гарат делает для них оружие. Ему нельзя доверять. А ни я, ни Хакон еще не получили от них ни одной монеты. И что еще хуже? Фермеры больше не поставляют нам продовольствие. Одно маленькое утешение. Паладины оплачивают мою комнату в отеле. Так. А что за проблема с фермой? Они отказываются поставлять нам продовольствие. Теперь, когда корабли больше не заходят в наш порт, город полностью зависит от продуктов, производимых нашими фермерами.
А Анар, самый крупный фермер, нанял наемник. Но наемники не просто охраняют ферму. Они добрались даже до маленьких ферм. Ну это вот так. Покажи свои товары. Кто-то должен... Нет, извини, но меня пока ничего не интересует. Так, травник. Тебе нужна лечебная эссенция? Давай. Ты сам готовишь? Нет, я получу. Он всегда... Так, из Константина. Константин, я знаю, где найти. Константин, он живет в мост, под мостом. Этом... А где он? Он как... Так, нам это... Константина говорит. Он как-то упоминал, что он растет около каменных кругов. Около фермы Лоб. Насколько... Ну, это мы тоже знаем. Так, расскажи мне о монастыре. Покажи мне свои товары. Так, прибавка к здоровью 50. Вот это мне надо. И это мне надо. Так, ну, остальное мне пока. Даже не знаю. Единственное, что я могу свою книгу продать. У меня где-то тоже была книга. Звезд, а у тебя? А, так у меня такая же. Так, и вот сейчас, так. За тобой должок. И пришло время вернуть его. Давай. Что ты хочешь? Я хочу вернуть мой старый прилавок на рыночной площади. Сара увела его у меня, и я хочу, чтобы она вернула мне этот прилавок назад. Будем подлым человеком. Я дам тебе письмо, которое ты должен подложить в ее карман. Затем ты пойдешь к Андре и скажешь ему, что Сара продает оружие Анару. Ее посадят в тюрьму, ты получишь награду, а я... У тебя есть 2 дня на воп... Так. Хорошо. Ты сообразительный. А как я подложу ей это письмо? Пусть она покажет тебе свои товары. И помни, я очень влиятельный человек. Так, ну это мы знаем. Мне... Как знать. Так, сохраняем. Только я не знаю, умею ли я подкладывать или нет. Ну давайте. А? Опять ты, да. По... Так. Так. Сообщение. Вот, подождите, тоже тип вот этот мне тип нужен. Джора говорит. Черт, я с вами. Так, не беспокойтесь. Он бежит до определенного момента, если за ним идти. Кстати, что самое интересное, вот здесь вот он бежит нормально. А в прокачанных патчах там местность, естественно, немножко другая. Давай, иди сюда. Вот так. Эй, ты! Поймал. Что тебе нужно от меня? Ты украл кошелек у Джора средь бела дня. И он даже видел, как ты сделал это. Поэтому я пришел сказать тебе, что ты грязный вор и что... Так. И теперь ты... Я просто бедный человек, пытающийся свести концы с концами. А что еще мне делать? Хорошо, я понимаю. Я заслуживаю долю от награбленного. Вот твоя половина. А теперь... Так, нет, ты отдашь мне все. Ну, будем жадными или не будем, я даже не знаю. Нет. Ты просто грабишь меня. Ладно, возьми это золото. Вот так. Право. Ты не пожалеешь об этом. Все, я его отпустил. Ой, подождите, а в патчах не забывайте, вон. Да, даже и не в патчах, видите, на крыше есть это мешочки.
Так что не забывайте, вот можете по крышам пройтись и посмотреть, что здесь есть. Кстати, что у меня со временем? Соответствующим образом подготовить. Все должны немедленно приступить к обучению боевым навыкам. Так, минутку. Вот одна из мини-миссий. Так, я хочу сразиться с тобой. Я хочу сразиться. У тебя есть 50? Конечно. Вот. У нас ставки. Ты готов? И, давай. Иди сюда. Посмотрим. Покажи его. Да стой ты. Давай. Там ничего нет. Так, забрали меч, но меч ему сейчас отдадим. Сейчас пока очухается. И он нас может обучить. Я думаю, на два поднять, потому слушайте, что потом на магию идти. По прямому указанию достопочтимого лорда Кагена, сегодня подожди минутку. Парень, я вижу, ты уже забрал свое зло. Ты мог бы подождать, пока я сам не отдам его тебе. И еще одно. Никто не говорит о том, что ополчение готово замолчать. Да мы поняли. Обязаны вступить в краевское ополчение. Отлично. Ты можешь обучить меня? Я держу. Так. Ну. Одноручное оружие и одноручное оружие. Блять, вообще не то. Ты больше. Так, а теперь идем. У нас миссия выполнена от. Этот стук молотка этого сумасшедшего скоро и меня сведет с ума. О ком ты говоришь? Разве ты не слышишь стук молотка? Кто, как ты думаешь, колотит дни напролет? Я имею в виду этого психа Филана. Мы же сделали одну миссию, нам дали свиток забвения. Мы его использовали и провели его успешно на этой, на целительнице. Я могу... Ты хочешь помочь мне? Ты скажи мне. Ах, вот ты как. Так, 25 золотых монет. Я скажу тебе сразу. Деннис. Подумай об этом. Так, мне твои, как сказать, деньги-то не очень нужны, 25 монет. Но мне нужен опыт. Эй! Зачем? Вот уже несколько дней я отчаянно пытаюсь устранить. Балки крошатся с тех пор, как... Эй! Так. Будет в порядке, если я закончить смогу... ремонт вовремя. Эй! Ты... Нет, я должен за... Просто... Не приставай. Я... Эй! Это очень великодушно с твоей... Ну, ты знаешь, куда... Так. Прекрати... Забудь об этом, или мне придется обратно... Эй, ты! Сейчас, давай как-то... Будет в порядке. Так. Один раз подрезал. Смотрите, чтобы у них здесь, если вдруг есть стеллажи для прочтения книг. Так что смотрите внимательно, так, горожанин. Попробуй сделать это опять. Умный мальчик. Эй, ты! Ох, ты побил меня, какой героический поступок. Так, Люси. Ты прекратишь? Нет, не надо бить. Подожди минутку. Так. Что? Сейчас. Куда ты ходишь? Так. А... С тех пор... Кто влиятельный на них все в верхнем городе? Но если... Интересно. Если так, бы... мне надо сначала научиться. Кстати, сейчас вам покажу еще один небольшой момент. Так. Надо же. Филон больше не будет стучать. Это единственная овца, что принадлежит. Эти овцы принадлежат ополчению. Ополчение. Овцы. Как твои овцы?
как овцы. Да, блин. Так, смотрим. Что тебе здесь нужно? Уходи. Что хочу, то и нужно. Ты такой тупой, как кажешься. Так. Свиток забвения. Так, мы его уже использовали. Это в прошлом видео, вы можете посмотреть об этом. И по поводу результата мы его приносим Константину. А, нет, это Игнац. Вот. Я использовал. Отлично, отлично. Да, заклинание сработало. Превосходно. Теперь я могу уделить. Я также могу про... Если тебе нужны еще свитки... Можешь купить их у меня, так. Из... Обучим. Ты уже знаешь... А где я мог выучиться? У кого нахрен? Ну ладно. Это я не то купил. А золота недостаточно. Подожди. Стой. Золото, да, недостаточно. Легкий топор. Ржавый меч. Короткий меч. Так, нет, это мы пока оставим. Ржавый топор, грубый тесак. Так. Ладно, богатей, что за мой счет же? Хотя, когда он спит, если можно прокрасться, видите, тут можно всего понатырить. Немного, конечно, но тем не менее, понатырить можно. И... Так. Эй! У него тоже, конечно, это обучиться можно. А, кстати, подожди. Сколько берешь за обучение? 50 за... Так. Я... Хорошо. Я... А, вот так вот. Так, ладно. Мне нужны деньги. Так, нет, не сюда, вот она. Что ты варишь? Что ты варишь? Уху. Может, она не особенно... Могу налить себе тарелку. Я готовлю... Давай. Ты можешь? Нет ничего проще, вот. А, что ты знаешь о городе? Большинство граждан. У них есть миссия, где ей надо принести статуэтку Иноса. Я не знаю, здесь ее нету, кстати. Единственная ценная вещь, что у меня была. А, кто-то украл мою статую. Посмотри. Огромные тебе... Не стоит. Так, ну вот миссия, да. На ходу ее и выполнили. Я говорю, тут жил колдун такой. Вот. Вот в этом домике там дверь была. Так, ладно. А, теперь мне надо. Так. Я нашел блюдо, как... Прекрасно. Вот, благодарю. Вот. Что-нибудь еще? Так, нет. Все, что надо, я узнал. Все, что надо, я хотел узнать, узнал. Так, мне пока там делать нечего. Не нужно верить всему, что говорят. Так. Нужно верить всему, что говорят. Думаешь? Стой. Что ты делаешь здесь? Что ты делаешь? Меня зовут Ибрагим. Я рисую карты и продаю их. Давай. А правда, что некоторые жители таинственным образом исчезли? Я слышал об этом, но я не уверен, что это правда. Оглядись вокруг. Неудивительно, что люди уезжают. Уезжают. Карту мы можем получить бесплатно, когда украдем его из сундука. Что тебе здесь нужно, умный мальчик? Так. Здесь у нас есть тоже кое-что, но
Кстати, вот на нем можно испробовать свиток забвения. Отхреначить его, там забрать, ну, это надо, естественно, взлом иметь. Обучение взлому. Ой, взлому. И он там впереди, если вы видите, вот небольшой остров, блин, пальцем тыкаю, вы же не видите, как... А, нет, хотя видите, что я пальцем тыкаю, но не видите куда, хорошо. А вот с левой стороны появился остров, там, по идее, должен быть маяк. В некоторых патчах этот маяк очень даже нужен. Например, в одном из патчей это нужен для того, чтобы Джо-то мог загладить свою вину. Это смотритель маяка. Ты кто такой? Ты Ларас. Кстати, а где Джо-то? Я его, кстати, так и не видел. Так. Подкрадываться мы научились. А вот... А, точно, мне же надо еще сдать это. Бабенку надо сдать. Ладно. Сейчас по-быстрому ее сдадим и придем уже сюда. Так. Собрались вы пивохи. Вечер настал. Кстати, в патчах, вот видите, глашатый? Он стоит вон там. Он там стоит. А здесь стоит танцовщицы, танцоры, которые либо гильдия убийц, либо гильдия наемников. Вот так. Лорд Андрей, подождите, сохранить. Да прибудет с тобой Иннос. А мы понимаем, так. Почему паладины прибыли в город? Почему? Цели нашей операции... Ну, это понятно. Так. Как все? Вот. За преступника. Сара продает оружие. Сара? Торговка оружием. В ее кармане письмо с деталями поставки оружия. Она поплатится за... Вот. Получи. Итак, мы были злыми. Итак, если вы находите головы в патчах, там, где я показывал в прошлой серии, в пещере, еще где-то там, то... Вы можете вот прийти ему и получить свое вознаграждение. Кстати, я не знаю, я вот сейчас могу его, нет? Открыть сундук. Руга, что ты здесь делаешь? Я обучаю парней стрельбе из арбалета. Ты мор. Убирайся с глаз. Хорошо. Так, ладно. Что мы имеем? Нам нужны... Отлично. Сара отправилась туда, где и самое место. Я забрал ее товары, так что если тебе нужно... Это не удивляет. Он слушал не тех людей. Выбирай. На твоем месте я бы... Не, мне это не надо. Мне нужны... Как знать... Это давно известно. Ты кто такой? Это не удивляет меня. Даже... Да мне твои познания. Ты действительно веришь? Это было всегда очевидно. О, предсказания, нет? Мне кажется, мы с тобой уже встречались. Что ж, великие загадки нашего мира. Добро пожаловать, друг мой. Присядь. Кто ты? Давай, кто он ты? Мне предсказание меня сделает. Оно такое, что ты так-то предлагаешь? Ты Я к твоим услугам. Сколько ты? За какие-то 25, но помни. Я согласен. Что? Мои трубки набиты острые. Выбирай, что хочешь. Я даже не знаю. Хорошо. Давайте. Видите, 200 опыта получили, но это, по-моему, опять же разовая штука. Они охраняют вход. Старый туннель. Долина рудников. Люди в сверкающих... Огонь! Нападение! Что это? Он был призван. Да мы знаем, это я и без Извини. Тебя. Видение кончилось. Если все будет так. Действительно правда. Никто никогда не спрашивает меня. Ну давайте. Я бы сделал. Слушайте, смотрите, мы уже столько опыта взяли. Это пока только...
совсем жизни не стало. Ага, вот он ты. Лучше знать. Так ты мне, ну, днем нужен будешь. Сейчас ты мне пока не нужен. Правда? Такс. Не могу поверить в это. Так, что если приступлю ученики к одному из других мастеров? Так, ты можешь научить меня скрывать замки? Ты можешь? Я не боюсь, я ничего. Ты хорошо. Ну давай, я у тебя все возьму. Элврих снова. Будем надеяться, что он больше не будет убегать, как только очередная девка возьми это золото в качестве. Давай. Аж. Хорошо, я дам свое, да. Но тебе нужно сначала получить. Скажи, ты верующий? Да. Я не знаю, где. Да. Тогда иди к Ватросу, жрецу Адоноса. Он также подскажет тебе, где найти жреца Инноса. Ты должен получить и его благословение. А когда ты получишь благословение? По... Это без проблем. Смотрите. Не хочу иметь к этому никакого отношения. Я видела это сама. Не говори, что ты не знала. К Ватросу. Так может продолжаться. Давай. Эй, ты! Первое благословение здесь, так. Я... Почему я... Я хочу стать... Я могу дать тебе благословение, чужеземец. Что ты хочешь знать? Ну, ты можешь рассказать мне, откуда ты... У меня важное сообщение. Что за сообщение? Не могу поверить в это. Тоже мне большое дело. Мой муж думает по-другому. Скоро произойдут ужасные вещи. Я не хочу иметь... Ты просто послушай. Отношения. Мне сказал об этом Мак Сардос. Он послал меня... Некромант! Так он жив, и он послал тебя. А кто же ты тогда? Я знал, что это будет. Лучше не говори, не надо. Я бывший... Хорошо. Давай под... Ты бывший, которому сказал, что скоро произойдет, и ты пришел... Мне кажется, что ты не... Если ты опасаешься, что я расскажу кому-нибудь о том, я поклялся хранить все секреты, как... Начнем сначала. Так, начнем так. Так, давай. Пока мы армия тьмы. Не говори, что... Откуда ты знаешь это? Это так просто. Кто-то должен делать. Если... Так, Мак Сардос. Мне... Путешественник с юга. Я... Хорошо. Ты искат, которому... Я о том, что... И ты пришел. Я дал тебе два шанса сказать мне правду. Но ты, по-видимому, не хочешь. Я всегда... Подожди минутку. Он узнал это не от... Я дал тебе два шанса... Подожди, так. А где же у меня сохранилка? Сохранялка-то была. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Слушайте, жители Хариниса. Так. А, так я здесь же. Ух ты, как я удачно сохранился-то. Эй! Давайте-ка смотрим еще разок. Лучше не говори, не надо. Ага. Нет, мне надо сначала сюда сходить, отмычки, поговорить с этими. Не говори, что ты не знал этого. Говори, что ты не знал. Будет. Возьми. Так. Скажи. Так, это мы уже знаем. Ну, понимаю. Человек, который занимается ремеслом без благословения богов, ник, проси богов, а тогда иди к Ватросу, он также подскажет тебе, где найти. А когда? Да, это мы все знаем. Научи меня. Все, что тебе нужно, это отмычка. Если... Ну, если... Чем больше... Так. Обучен. Злом замков обучен. Карманная кража. Ты... Если... Не могу поверить в это. Так, теперь у нас куча замков, которые надо ограбить, конечно. Ну и благословение мы
сейчас будем получать тоже. Давайте-ка еще раз попробуем. Эй! Так, присоединиться к брасу воды. Я почему? Я хочу. Я могу. Что ты? Ну, ты... у меня ваш. Что за? Ты действительно веришь в это? Подарок. У меня. Ага. И... я даже не знал об этом. Я хорошо. Ты из которого? О том, что и ты пришел. Мне кажется, что если там я поклялся. Начну. Ну-ка, давай-ка еще разок. Скоро ужасно. Бизнес. О, ты хоть... из Харинеса. Я... хорошо. Ты бы... я... что скоро произойдет? И ты... при... я дал тебе два... так. А как правильно-то будет? Ну давайте, Ксардеса надо упомянуть. По-любому тогда получается. Ну давай. Эй, ты! Давайте Ксардеса надо упоминать. Я... почему? Я хочу... я могу... что ты... ну, ты... у меня... что за... так просто. Но он настаивает... скоро... ужасный. Некром... это... и... хорошо. Ты... что? И ты... при... мне кажется, если... так, ладно, поклад... давай. Начнем... армия с драконами. Сардас. Мне... Харинеса. Я бывший заключен. Хорошо. Ты бы... и ты пришел... вот это так, все правду надо говорить. Фантастически. Так ты дашь мне свой... ступай с благословением. Так. Если он этого не видит, я ничем... я... пожертвование... сколько ты... у меня... я благос... да будет... так. И теперь нам надо... теперь нам надо... ладно, давайте я пока за денежками схожу. А вы пока постойте. Так, за денежками мы сходили. Теперь... что нам теперь? А, давайте попробуем в Харинес. О, блин. Один из попасть. Где тут маг огня? Это плохой бизнес. Пожертвование ему надо сделать. Так. Он в гостинице. Ага. Клиент, что я могу сделать для тебя? Так. Несколько вопросов. Это плохой бизнес. Харинес. Но с тех пор эти никто... ну это мы знаем и без тебя. Где? Рынок находит. Так же... так, ну все. Ты обратился как... один из пола... да? Просто поднимись, пара коек там еще. Так. А... я не... с одной стороны... ну, а с другой, это за что они платят и почему... они потому что хотят, чтобы хотя бы кто-то был, чтобы под мечи поставить в случае чего. И вот эта дверка, кстати, очень даже интересна, она вас заинтересует, вот здесь вот. Она нам очень даже нужна. Глашатый Джора. О, посыльный, я даже не знаю, кто такой. У тебя нет работы? Думаю, тогда зачем? Ага. Это не новость. Это плохо. Так. Ну-ка. Не понял. Вот так. Так, поспать. Поспать до утра. Койка. Койка место. Давай, приляжем. Спать до утра.
Так. Что нам надо? Давайте посмотрим, что есть у торговца. Так, ты опять здесь? Эй! Как дела? Что тебе еще нужно? Все об этом знают. Ладно. Не говори об этом никому. Травник. Совсем жизни не стало. Ну, хрен с ним. Я видела это сама. Совсем жизни. И вот он ты, из-за кого я спать лег, потому что тебя найти не мог. Кто-то должен делать это. Да. Он слишком много. Я пришел. Это хорошо. Тогда ты, вероятно, захочешь. Вообще-то. Но, сын мой, как еще так, я могу уверить хоть... в твоих добрых? Ты хочешь так, какой уже так. И какое пожертвование обычно считается? Ну, это зависит от того, чем. У тебя больше 100 золотых монет. Владыка говорит, церковь примет твое. Благословляю тебя от имени Иноса. Он несет в этот мир свет, короче, и справедливость. Все об этом знают. Так. Правда? Как интересно. Ладно. Вот это простое задание мы сделали. Давай выпрыгивай. Как интересно. Ключ, кстати, от башни. Вот. По-моему, у него находится. А, нет, у Джона. Джорджа. Но он там. Аданас понял, что так не будет существовать ничего. Давай, надо рассказать, что мы получили благословение-то. Молоток и пила. Ха-ха-ха. Блин, а где мне лопату взять или мотыгой копать? Эй! Как насчет? Ватрас дал тебе благословение? Да. Да, получил. Тогда ты получишь и мое. Ты можешь мне книжки продать? Если еще. Так. Эй! Я нашел письмо. Что? Дай ему. Давай, читай. Убедись, что она сама ушла. Нет, я не верю. Я просто не могу. Она не может меня вот... Забери это письмо. Все, спасибо, что спал. Так. Эй. Да, а ты? Я приплыл с материка, но я не хочу делать этого. Слышал? Можно сказать. Говорят, Боспер, мастер-лучник, был ограблен. Причем самым наглым образом. Вор вломился в его лавку, Боспер побежал за ним вопя: «Держи вора!» Ну, он оказался очень так. Что ты можешь? Ими теперь командует, а он пытается мобить. Но чтобы вступить в... Насколько... Так. Вот об нем-то мне тоже слышать-то не очень-то охота, конечно. Так, что у нас здесь? Я уже подумывал об этом. Кстати, вот свиток забвения можно использовать вот на этом человеке. Также, когда вы его отхреначите, пока он там, вы можете Стой! Забрать Сюда, в из сундуков там одежда. Я полностью с тобой. Достопочтенный. Так что, у каждых охранников есть ключи вот от этих. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Я что-то слышал об этом. Так, ладно. Давайте попробуем. Стой! Только граждане города... Не говори, что ты не знал этого. А исключение? Правильно. Без исключений, понятно. Так, а можно сделать так? А, уважаемый гражданин, храниться, позвоним пройти. У меня ваш... Ты один из этих подонков. Я пришел с предложением. Я не знаю, значит... где его так отделали. А я могу пройти. Ха-ха-ха. Вот, кстати... А, нет, тут козлина, короче, сидит. Тут много так-то горожан. Так что... А, ты ведь не присоединился к наему? Как ты попал сюда? Я принес предложение мира от... А, лорд Хаген никогда не согласится. Есть вещи, о которых ты всегда должен помнить. В противном случае ты будешь... Тебе можно входить только в дома торговцев. Это было так, как ты узнал. Другие это в понял. Этом квартале... Мы поняли. Конечно. Я доложил лорду Хаген. И? Что он... Он никогда не слышал. Послушай так.
И это еще не все, поверь мне. Ничего. Да, сюда стали пускать... Нет, я вообще-то не про это, не так. Сказать не могу. Я священный глаз... Мне сказал о нем мать. Я не знаю, какими мотивами он... Но так, глаз Иноса, но... короче, мне не дадут. Ничего... Послушай, это не может еще в городе и без. Я так, не понятно. Мы не можем позволить. Меня за сумасшедшего. Здесь... Я знал, что это будет проблемой. Кто-то. Да. По... На я приду. Надеяться. Но я... если я. Знал об этом, я ничего... Так, а теперь смотрим. В этих домах есть секретные лазейки. Вот в этом я точно есть. С тобой согласен. Так. Фернандо. Это не мои проблемы. Как идут дела? Не сказать, чтобы очень хорошо. Заключенные добывали руду в ш... А на обратно... Но сейчас... А у меня есть это... И оружие от тебя. Ничем. Сейчас я живу только за счет накопленного ранее. Да, конечно. Но если я не смогу найти источник дохода, скоро для меня настанут... Тяжкие времена. И ничем... Должен заплатить за это. Эй, ты! Что тебе нужно? Что ты? А ты кто такой? Похоже, меня зовут Гербранд. А... На это не стоит надеяться. Я... Ну, по крайней мере, тебе не потребовалось. Как только бизнес опять пойдет в... Из тебя бы получилось... Так, а ему вроде выплачь. Редкие артефакты нужны. Считать? Редкие оружия. Конечно. Отлично. В наши времена, как насчет твоих рекомендаций? Хорошо, я запомню твое лицо. Я ничем не могу помочь. Есть? Много я видел таких людей. Мне стоит... Никто не... Блин, блинский. Меня. Почему они не слушают? Как мне выйти-то на этих? Я тоже это считаю. Что ты... Я слежу за тем... Лорд Хаген лич... На это не стоит. Ну, вот этот тоже еще тот. Блин, надо было брать работу, у него же там работа, там сходи, что-то там где-то. Ну-ка. Давайте по-быстрому сейчас проговорим с этим лордом Хагеном и пойдем туда разговаривать. Если он этого не видит, я не могу. Я так я даже с ним поговорил. Никто ничему не учится. Так. Инос все видит. Эй, ты! Что тебе? Я даже не знал об этом. Ну, как только из тебя ты умеешь... Так не смог. Мне не... Ты думаешь, ты ужасно крут. Смотри, никто не... Если ты продолжишь оскорблять меня, ты можешь сразу искать себе соломенный тюфяк. И еще придет время, когда ты будешь... всегда очевидно. Так, я что-то не понял. Ну ладно. Что-то я не понял, что с ним, конечно, произошло, почему он так вроде работы так. Но мы с этим подождем. Мы пойдем другим путем. Я боюсь, что если я сейчас все сделаю здесь, глава уйдет и монстры, и мой опыт весь вместе с ними уйдет. Поэтому. Горожанин рабочий. Я не был бы так уверен. Эй! Лютера! Меня зовут Лютера. Какие товары? Ну, в основном редкие и необычные. Ты ищешь что-нибудь конкретное? Да, для одного из моих клиентов. Но не просто обычные когти. Это должно быть что-то ос... Где мне найти? На этом острове они встречаются повсеместно. А что я с... Я могу дать тебе кольцо неуе... Я посмотрю, что... Так... Снайпер, который убил много людей. Я посмотрим. Об этом. Так. Давай. Добро пожаловать. Что ты мне можешь предложить? Выбор и умеренная цель. Пока... Давай, это я у тебя все возьму. Огненный дождь. Буря, хрен с ним. А знаешь, что я тебе продам? Военных арбалета 2. Хотя нет, они мне пока еще нужны. Пусть будут. У него, кстати, вроде тоже есть этот потайная хрень.
Книжный стеллаж. Кстати, если хотите, можете читать книжные стеллажи, там бывают иногда интересные истории рассказаны. Снайпер. Снайпер находится в долине рудников. Он уже сказал об этом. Поэтому где-то там его надо искать. Я точно уже не помню, где. Но Аданас понял, что так... Этого я тебе сказать. Да. Если вы играете в патче, где там магу надо помочь, то вот здесь вот после обеда на лавочке будет, здесь лавочка будет, здесь будет сидеть. Эй! Я дерев... Ты мой... Если ты хочешь обучиться чему... Я воин! Понятно. Вот там вот будет сидеть. Стой! Только люди, состоящие на службе... Он думает, это так просто. Дай мне пройти. Хорошо. Но... Так, письмо. Смотрите-ка. Я уже слышал о тебе. Лотар докладывал, что ты чужеземец, который ты... Я лорд Хаген. Паладин короля, воин нашего владыки Иноса и главнокомандующий. Я очень занятой человек, поэтому не трать. Я принес... Давай, читай. Я знаю генерала Ли. Мне также известно об обстоятельствах, при которых он был приговорен к исправительным работам в колонии. Я считаю его благородным человеком. Я готов даровать им... Это не касается его людей. Впрочем, большинство... Я ни понятно, за что только не ему. Их. Можешь так и передать, Ли. Это все? Сила зла, так. Сила зла. В долине рудников? Мы отправили туда экспедицию, но до сего момента до меня не... Это что? Не доходил ни к экспедиции, потому что перебили их всех. Что мне необходимо заключить союз с наемниками? Нет. Что это еще за армия? Армия драконов, которые... А вы, кстати, верите в драконов? Прислужников. Да? Драконов? Согласно старинным писаниям, драконов не видели уже много веков. Скажи мне... Почему я должен верить тому, что ты говоришь? Вопрос не в том, должен ли ты мне верить. Вопрос в том, можешь ли ты себе позволить не поверить мне в случае, если я говорю правду. Пока я не получу доказательств, я не могу... Не могу послать так. То есть ты хочешь, чтобы я принес тебе доказательства? Именно. Пройди через проход в долину рудников. Когда ты будешь там, Нейт, вряд ли кто-то лучше его. Понятно, ситуацию надо разузнать. Я буду готов помочь тебе. Значит ли это... Глаз Инноса. Хорошо. Принеси мне доказательства. То есть я могу считать... Что ты дал слово, да. Что ты... Это божественно, однако... Ну, глаз Инноса — это амулет. Так, как я пройду через проход? Как? Я дам тебе ключ от ворот прохода. Однако тебе сам... Да защить... Так, глава 2. Ну, я даже не знаю. Ну, ладно, пусть будет глава 2. Я говорил тебе... Харинос, зачем? Аж... Хорошо. Причиной всему... Магическая руда. Без... Как только наш корабль будет загружен рудой... Значит, война против орков идет плохо. Я и так сказал тебе слишком много. Ладно. Остальное нам не очень-то интересно. Но... Это было всегда... Так, сохраним. Давайте, ладно, уж во вторую главу раз перешли. Эй, ты, подожди минутку. Ты ведь направляешься в долину рудников, да? И? Я хочу предложить тебе сделку. Ты приносишь мне доклад о том, что там происходит с рудой, а за это я дам тебе кольцо, которое повысит твои жизненные силы. Я посмотрю. Эй, что тебе нужно? Кто признает его мудрость? Что? А ты? Меня зовут... Знает, что правильно. Я... Так, это мы уже проходили. Конечно. Отлично. В наше время, как насчет твоих рекомендаций? Рекомендую. Хорошо, я запомню. Так. Мы не пойдем сейчас туда, в долину рудников. Вот здесь вот живет падла такая, которая подставляет. То есть в основном в этих... Почему они не слушают меня?
патчах. Ладно, ну я уже говорил, наверное, об этом. Ну сначала мы. Нам остается только ждать. Ты должно быть голоден и хочешь пить. Что ты можешь мне предложить? Сейчас. Мне нужно верить всему, что говорят. Покажи. Но он настаивал, что ему лучше знать. Так. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я даже не знал об этом. Что? О, если ты... Я как-то... По... Он побежал. И этот пустяк обошелся мне. Хорошо еще, что это случилось ночью. А чем больше людей жалуется на тебя... Чем выше страх. Он все время знал с кем? С парнем по имени Валентино. Обычно я довольно мирный, но... Пока вот все... этот Валентино, кстати, мерзкий тип, падла, он задирается специально. Добро пожаловать, я Боспер. Я делаю луки и торгую шкурами. Что привело тебя? Я уже подумал. Так. Я слышал, что у тебя... Лук. Кто сказал тебе это? Вероятно, ба... Но если я доберусь до этого... Я отлучился из своей лавки всего на минуту. А когда вернулся, я тут же позвал стражу, но этот подонок побежал. Я спустил на них... Всех собак за это. Бестолочь. Готов поклясться, что мой лук все еще находит. Когда так. Я доберу... Ладно. Пока. Так, ладно. Нужно верить всему. Я ищу работу, что-то не может. Мне не помню. Последний, что у меня был, бросил. Ты что-нибудь знаешь? Я могу дать тебе несколько шкур. Превосходно. Принеси мне все. А почему твой учитель, как он сказал, последнее время охотиться стало слишком опасно? Ой, да, охотиться всегда если опасно, тебя даже кабан задерет. Если интересно, ты можешь спросить его об этом. Его зовут Барток. Пройди через подземный проход у кузницы. Так, это мы знаем. А, привет! Гарат и Матео уже им... Алхимик Константина – одинокий волк. У него не было... А что касается Торбена, все знают, что он обанкротился. Он говорит, а мне вот, например, очень... Но ну, не давай. Важно, чьим учеником ты хочешь конечно, стать. Конечно, это вот совершенно тебе не важно. Тебе понадобится одобрение всех мастеров. Да, это вот действительно не важно. Ну, давай. Я хочу... Прежде чем взять тебя к себе... Это все сплетни. Что ты... Принеси мне полдюжи, тогда я пойму... Что, если только у тебя не уйдет на это целое вечность, или... Давай, я тебе уже принес, так. Он все время знал об этом. На, я принес их, вот. Отлично, шесть я знал, шкур. Что ты... Вот, ты что... Где ты это услышал? Я... Но Гарат говорит, что никогда не видел тебя. Торбен дает тебе свое благо... Константин, Матео говорит, тебе нужно получить одобрение. Это значит... Понятно. Это было так, как ты... Давайте. Учеником я, конечно, пока сейчас не смогу стать. Эй! Ты, если... Это не удивляет меня. Спасибо. Так. Вот. Так, нет, это тут... Пэк стоял в основном. Ну давай посмотрим, что ты мне. Ты недавно... Вот этого как-то можно... Я уж не помню, но его можно спроводить, чтобы он ушел куда-то. И поступить эй, вот к нему на... Это, так, я ищу работу. Ты все еще... Я закончил. Теперь я делаю для него мечи. Но теперь у меня так, что я... Так. О, расскажи мне о мечах, расскажи из магической мне о мечах руды. Из магической... Создание маг... Это очень... Меч паладина... Вот это так. Я хочу купить, но он, естественно, мне не продаст. Я... Брайан скоро закончит свое... А ты на что-нибудь... Ну, если ты имеешь в виду, знаю ли я работу кузнеца... Нет. Рано или поздно придут орки и возьмут город в кольцо. И тогда только оружие снять, шкур снять, мужчины, способные защищать. Ни хрена не обучен. Я не... Это громкие слова.
На что ты намекаешь? Принеси мне оружие орков. Помните, я говорил перед тем, в конце прошлого видео, где взять оружие орков, не убивая орка. Завалить одного из... Если, конечно... Так. Я... Покажи. Да. Да, вообще-то не то, я топор там подобрал. Что ты мне тут лепишь-то? Давно уже не держал я подобного оружия в своих... Да уж, я не думал, что тебе... Могу. Ты хороший, я дам тебе... Брайан еще поработает здесь. Так. Как... Нам здесь совсем... Что касается моего мнения, а другим... Торбин дал... Баспер пытал... Я имел... В конце концов, как всегда... Ладно. Матео говорит, что никак... Это значит... Ты готов стать... Как знаешь... Так, ты-то готов меня принять? Так, вот у Константина есть, правда, небольшая такая проблема, то что... И деревья, и животные, и глубокая печаль. Лечебные зелья, видите? У него кольцо, по-моему, которое украли, или что у него там с кольцом связано. Я... Правда? И чьим ученикам? Я хочу стать учеником одного из других мастеров. Ты пришел получить мое одобрение. Хм. Что касается моего мнения... А. Я хочу... Ты должен стать учеником в нижней части этого города. И человек убил зверя и вошел в царство Белиа. Ты... Ну, если тебе есть что... Так, твоим учеником... Ладно, рецепты зелий ты мне сейчас, конечно, не расскажешь. Каждый рецепт зелий, кстати, стоит обучения. Блин, почему, не знаю. Мне, чтобы обучиться сразу всем рецептам. Теперь что мне надо? Так. Ты действительно веришь в это? Блин, тому морду как-то надо набить, вывести его, я не знаю. Так, теперь давай вот с тобой. Помоги мне, похоже, это вопрос в том, но... На что ты намекаешь? Я могу помочь тебе, я... но это тебе обойдется. В некоторую сумму. Как именно? Это просто. Я использую свое влияние, чтобы убедить... Что ты хочешь? 100 золотых. Это все... Воспринимай это проще. Это не твое золото, я имею... А чье? В принципе, это мое. Грита, племянница плотника, уже давно не отдает мне долг. Но эта маленькая вертихвостка постоянно дефилирует в новых платьях. Это значит, я хочу, чтобы ты выбил из нее этот долг. Принеси мне... Так, ну а здесь есть еще можно своими деньгами. Так, где мне найти Гритту? Так, давай. Где? Как я... Она в путок. Я бы сделал это по-другому. А почему? Я бы взял. Но друг... Я только недавно взял... Это действительно правда. Я уже подумал... Так. Помоги мне стать учеником. Так, ага. Это было так, как... Можно, конечно, свои деньги это отдать. Я вот свои деньги отдал за этого... За вора. Якобы он там... Потому что мне еще с ними жить. Были равны. И так было создано море. Где ты? Эй! Что тебе нужно? Меня зовут Грита. С тех пор, как умер мой... Так, меня прислал Матео, говорит, что так. Меня... Он хочет получить деньги? За что? То, что он мне прислал, не... А ты видел, какого они цвета? Эй, послушай. Если бы он был доволен всеми... Он был иногда на званый обед. Давай. Не ли людям при... из своих... Он узнал это не... Бы... Любви. Да смел хочет отнять у меня... Если он этого не видит, я ничем не могу выбрать. Он был... Иногда нас даже приглашали на званый обед. Почему они не слушают? Хватит. Но у меня нет золота. Я... И Белиар... Почему они не слушают?
слушают меня. Божественной силы, не могу поверить, чтобы зверь уничтожил. Наши дни даже не знаешь, кому... Ну да... Как ты смеешь, дед? А, видишь? А теперь, пожалуйста, покинь. Покинь мой дом. Ну, смотрите-ка, отдала. У меня собственное мнение. Я думал, свою карману заплатить уже. Всему, что говорят. Вот твои... И? Были... Ничего-то... Хорошо. Ты... Помоги... Не волнуйся. Другие мастера услышат от меня... Понятненько. Так. Получается, ковка это мы все сделаем. Правда, ковать я даже не знаю, как оружие, а по отдельности ковать и мечи. Вместе с ним, ну, ладно. Были смыты и деревья. Где ты, падла? Подожди-то. И глубокая печаль охватила Аданаса. Силы не хватает. И заговорил Аданас со своими братьями. Никогда больше не должны выступать на мою землю. О. Она священна. Да будет так. Но человек и зверь начали войну на земле Аданаса. О, и гнев что-то я взял. Был с ними. Шпага мастера. И человек убил зверя и вошел в царство. Мне даже не знал, что ее можно надеть. Не могу поверить в это. Так, ну-ка, что у меня? Но Аданас увидел, что порядок и хаос теперь не равны, и предложил Иносу лишить человека божественной силы. Почему они не слушают меня? И Инос, рассудив мудро, пока так. Сделал это. Пойдем, где ты, падла? Не могу поверить в это. Я сам не лучше. Так, ты не знаком с хорошими манерами? Повсюду но Аданас боялся, сброд. Что настанет но я день, полагаю, когда никто... зверь ну, вернется на землю. Было... Ты такой забавный. Его ночью, по-моему, гасить можно. И, кстати, на него тоже действует. И он попросил Иноса я оставить спросил, часть я своей Валентин, силы в этом мире, заботами, чтобы он мог вернуть ее человеку. Если блин, не слышно, да? Так, похоже, мне придется проучить тебя. Меня это не волнует. Но тебе придется жить... И Инос, рассудив мудро... Ты стань это. Популярным. Или с ревнивым мужем. Остается только ждать. Падла, мне его так просто не разозлить. Но свет был пыткой для Белиара. Так, ну-ка давай в таверну зайдем. И все, что создал Иннос, было Белиаром уничтожено. Так, а могу я здесь выпить? Если у тебя есть деньги, ты здесь можешь даже поесть. Понял, что так не будет существовать. Как идут дела? Как идут... А, не спрашивай. На висельной площади ко мне практически никто не... А что с ним? Некоторые из этих франтов ужасно действуют. Взять хотя бы Валентина. Но клиентов мне выбирать не приходит. Все, что мне удалось... Тебя ограбили? Тебя... Да, некоторое время назад. Тем вечером было довольно... От стойки я надолго не отлучался, но этим под... Я рассказал о краже ополчению, но да. Они, конечно же, никого не нашли. Что ты знаешь об... Я слышал, пропал даже ученик плотника Хакон. Один из... Он говорил, горожане начинают жизнь... Ну, я тех, понимаю, кто... все это так. А что насчет Валентина? Он богат до неприличия. Хочешь ты его слушать или нет? Он пьет как конь и всегда остается до самого утра. А потом, шатаясь, отправляется домой. Короче, утром его надо... Так происходит хренач. Каждый день. И появились различные создания. Пока... Ладно. Я вообще-то тут другое и тело жду. Был удовлетворен тем, что вышло. Может, он здесь? Вот он ты, а я тебя там ищу. Эй, ты! Объявляется военное положение. Как ты ведь не здесь? А откуда ты? Из леса. Я там охотился на кладбищика, но я бросил это занятие. И передать их королевским паладинам. Где мне найти? У нас был лагерь около таверны. На полпути к ферме Анара. Но я не знаю, остался ли там кто еще. Образом. Нас в городе было двое. До недавнего времени. Со мной был мой друг Тракар. Превосходный охотник. Ты мог? Я могу научить тебя красться и правильно держать лук.
Так, а где сейчас? Сейчас? Где сейчас? Это очень необычная история. Несколько дней назад мы выпивали в таверне Карагона, не спрашивая меня, что было дальше. Я помню, как Тракар говорил что-то о том, что собирается добыть несколько косяков из болотной травы. А где можно найти? Здесь, в порту. По крайней мере, мне так говорили. Так. А ты не искал его? Нет. Но я сообщил об этом ополчению. Они его пока не нашли. Надеюсь, его не сожрали волки. Я боюсь, что однажды на охоте я этого не вынесу. Так, я хочу научиться так. Почему? Вдвоем охота? А что ты знаешь? Я имею в виду, ты... Да. Хорошо. Я хочу получить 50 золотых монет. Это будет честно. Ну вот, держи. Баспе. Да, было дело. Но его интересовали. Я говорил ему, как опасно стало охотиться. Правда, платил он хорошо. Ты можешь рассказать? Кто-то вломился в его лавку. Ну, это мы слышали. Это я так. Пойдем. Хорошо. Даже больше, чем... Слушайте, жители Хариниса. По прямому указанию достопочтимого лорда Хародина, сегодня вступает в силу следующий декрет. Ой-ой-ой-ой-ой. Сразу говорю, охотник, он говно. Паршивенький. И Инос, рассудив мудро... Ну, нам он сейчас необходим. Я теперь даже не знаю, кому верить. Никто ничему не давай, зависшие. Низшие зависшие. Что-то изменит. Он сам бы никогда не додумался. Куда идем? Он не заслужил. Так, он должен будет убежать. Волков мы гасим, и после волков он... Да. Еще одна тварь. Так. А где еще-то один волк? Так, я его немножко, конечно, покоцал. Как ты думаешь? Стоит. Стоит. Хорошо. Да тихо ты. Вот это я и сам могу, нет. Так. Надо как-то вперед. Ну же. Как ты думаешь? Стой. Хорошо. Так. Давай. Только не говори, что ты, не дай бог, что на гоблинах обосрешься. Так. Давай, кто там? Все. Я думаю, мне лучше вернуться. Здесь для меня слишком опасно. Орк прямо у ворот. Еще увидимся. Ты можешь продать шкуры бас. Подожди минутку. Подожди. Все, да. Но у меня все еще поджилки трясут. Недалеко. Лагерь был недалеко. Блин, я вот сейчас задумался, где там. Единственный лагерь, который в патчах был, ну, там сейчас стоял лагерь.
Там стоял лагерь бандитов. Ладно, разберемся. Куда нам? Туда. Я уж не помню, мы там сундуки все обобрали. Идем. Ой, столько сундуков сейчас можно будет обокрасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не помню, правда, где они все находятся. Был стоять. Был бы у меня хотя бы, блин, какой-то этот запоминающий этот турне с сундуками. Так, тут нету. Что тут? Ну. Забрали. Пойдемте к ящерам сходим. Заберем у них. Тоже, блин, где лопату мне взять? Или мотыгой копать можно? Кто в курсе, ребята, пишите. Пишите мне, кто в курсе, как копать можно. Можно лопатой? Ой, лопатой. Можно мотыгой копать или нет? Опять же, напоминаю, в патчах, где надо охотиться за головами, вот здесь вот, то ли здесь, то ли там дальше, находится проход, то ли вот здесь, то ли он там. Вон там находится проход. Туда, потом идете и туда, там какая-то пещера с этим, с каким-то мертвым, я не знаю, королем, не королем, ну, призрак, короче, какой-то. И там же находится наверху, замок, крепость такая, там бандиты сидят. Так, а теперь давайте немножко вот сюда. Перед тем, как вообще во вторую голову переходить, убейте, постарайтесь как можно больше убейте в первой главе, чтобы опыта получить, хапнуть по максимуму. Да что это? Ой-ой. Я что-то не понял, почему вы меня не загасили. Так-то должны были загасить. Блин. Чудом выжил, не знаю почему. Ведь я даже броню не менял. Ну ладно, как бы то ни было. Что, мне там много? Нет, надо качать-то еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Что у нас тут есть? У нас тут жуки должны были быть. А, нет, если мы миссию получим, появятся жуки. Ну-ка, подожди. Хрена ли я убийца, вы еще на меня и нападаете, блин, падла. Сами побежали на него, сами сдохли, ну попали, так, просто подстрелил под мою, что ж теперь. Ну я-то хотел помочь от всего сердца. Блин. Давай. Где там когти тебе взять? Блин, блинский. Так, все. Валим. Какой кошмар.
Точно быстро все. Блин, а мне же ее никогда никак не сделать. Давай. Вон он, волк. Так. Еще одним монстром стало меньше. Крестьяне такие еще важные, такие писи важные. Господи. Добыча нахрен легкая. Так. Ладно. Что с тобой? Что ты скажешь? Эй! Мне. Понятненько. Ну давайте, пойдемте тогда. О, там, блин, ну ладно, сейчас на обратном пути посмотрю. Так, так, так. Лечебная травка. Тут и волков нету. Странно. Тут, кстати, в патчах можно поселить одного этого. Куря. Такс. Так, ну он открыт. Да нет. Не надо заклиниваться тут. Пойдем. Я говорю, проверяйте эти фонари, потому что они могут быть... Опа! Ключом к потайным дверям. Эй! Я доставил письмо. Я и не ожидал. Я собираюсь отправить... Правда? Будешь в долине рудников, посмотри, пожалуйста, стоит ли еще моя старая хижина. Так. Я хорошо. Нет. Уже лучше. Глаз и на самом деле тут. Я мог к Сардосу прийти, конечно. Сейчас. Но пока. Ну хотя можно зайти. Просто вас, дорогие зрители, это как чтобы не напрягать-то мне. Опа. Так. Не туда, чуть выше надо. И выше, и выше, и выше. На. Вот так. Тут что-то много так ящеров. Так, я смогу сюда потом забраться? Ну, думаю, да. Такс. И заберусь я прямо по сейчас. Так, вот здесь вот на вершинах где-то камни еще есть, если телепорты есть, то где-то вот здесь вот камни для них, для телепортов. Так. Там ничего нет, из этого не выйдет ничего, да, хорошего. Ну и ладно.
На. На. Ты ничего не перепутал, ящер? Вот так. Ага. Свиток. Стрелы. Лук. Оружие здесь было. И вот здесь камень лежал, если я не ошибаюсь. Так. Спускаемся вниз. Давай, с ящера снимай все. Ой. Так, может, мне Ксардос что подскажет? Если я пойду в долину рудников, но я сейчас, конечно же, туда не пойду. Я буду уничтожать пока что здесь на плато всех. Так. И потом уже только когда чуть побольше поуничтожаю их, подумаю, идти ли мне туда. Да стойте. Может, он мне даст кольцо, это телепортация сейчас. Он должен дать кольцо телепортации. Кто не знает. Чтобы я так к нему не бегал. Хоп, и сразу к нему. Давайте. Кто мне там по пути попадется? Не слышу. Гоблинов-то, кстати, вообще хорошо слышно, когда они рядышком. Давай. Быстрее. Где ты? Эй, ты! Ты уже поговорил с Лестером? Да, я просто засыпал его вопрос. Это почти чудо, что ему удалось выжить. Что он рассказал? Боюсь, что ничего хорошего. И? Если эти люди существуют, то их присутствие несет определение. И мне это не нравится. Кольцо от магии. Я был в... И? Ты смог? Да. Но он отправил меня в долину родников, чтобы я добыл ему доказательства своих слов. Что еще за доказательства? Я должен доставить лорду Хагену доказательства существования драконов. Мы должны действовать согласно нашему плану. Другого пути нет. И что нам делать? Ты должен добыть глаз Иноса. А я буду так. А я буду искать ответы. Ладно. Оп, стоп. Вот он. Чё спишь? Ты... другой? Ну давай, спи. Ладно. Так, 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 так. Он мне дал кольцо. Так, защита от огня, от магии. Ключ, так, принадлежит бандиту. Отключ ворота прохода, так. Ксардоса. Давай. Ой. Туман, туманище. Ладно, у нас не пугает. Ни дождик, ни ветер, а меня не пугает.
Ни вьюга, ни ветер, спешу я к единственной маме на свете. Спешу я сквозь волны и ветер, единственной маме на свете. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Это примерно вот, это для него песенка сама то сейчас. Хотя нет, для него можно другую песню подобрать. Как же нам... Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Да? Когда со мной портвейн что-то там. Песня про выпивку, короче. Так. Понятненько. Значит, там никак. Хорошо. Угу. У Ксардаса мы побывали. Что же нам делать-то? Надо вспоминать, где он говорил, ряд охотники там обитают, рядышком где-то с таверной. Ну, честно сказать, не припоминаю. Где они там могут быть? Не могу поверить в это. Это действительно правда. Так. Кольцо это с Константином там. Я... Городщи Торбен дает тебе... Константина говорит, что ты можешь... Матео говорит, что ты стоишь столько... Это означает, что ты можешь начать работать... Я... Ты не пожалеешь... Так... Это хорошо. Овечь? Я даже... Волчьи шкуры? Это шкура варга? А, и отличная работа. Так, как... Что должен делать ученик? Что должен? Это просто. Приноси мне. Я дам тебе за них более высокую цену. Ну, а в остальное время тебе не обязательно появляться. Это было очевидно. Но Аданас понял, что... Зачем мне твои шкуры вот сейчас-то? Это было так, как ты сказал. Сила 110, сила 90. Так у меня примерно столько же. Где у меня-то луки? Никто ничего не учится у меня. Нам остается только... 95. Вау. Это не удивляет. Блин, там одену. У меня 140. И так хватает проблем. Я слышал другое. Так, ну вот есть лук 120. Он узнал это не от меня. Если все... Или арбалет, ладно. Посмотрим еще, что там. Так может продолжаться вечность. Надо сходить в таверну, разузнать. Ничего. Не. Что здесь тебе, кстати? А ты дай. Не. Я уверен. Так, ну это ростовщик. Ты умный мать. У которого потом надо будет подрезать в случае чего. Подойди поближе, не робей. Ты сказал... Конечно. Что ты хочешь узнать? Есть здесь... Если ты пойдешь налево вдоль причала, то увидишь Халвара. Мы... А он если торгует ты рыбой. В другую сторону, там же... Картога. У меня собственное мнение. Наш. Ну, если ты ищешь приключений, иди в кабак Кардифа у причала. Ты вряд ли пропустишь его. Кроме того, в порту стоит большой корабль паладинов, королевская военная галера. Ты увидишь ее, если пойдешь влево. Это мы знаем. Вот это. Ничего интересного. Было. И здесь пробежал вор.
Он, похоже, украл лук где-то в нижней части города. Конечно, как всегда, ополчение прибыло слишком поздно. Ему удалось сбежать от них. Он прыгнул. Я знал, что это будет проблемой. Покажи. Это именно так, как я сказал. Никому не интересно мое. Абсолютно очевидно. Ладно. И почему я не слышал об этом раньше? У меня и так хватает проблем. Некоторые проблемы решаются. Я не был бы так уверен. Ты знаешь. Конечно. Посмотрим, что будет дальше. Я не знаю, где его так отделали. У меня и так хватает проблем. Становится жарко. Эти шишки. Он не заслужил этого. Я знал, что это будет проблемой. Короче, ты ни хрена мне не можешь подсказать. Я был бы так уверен. Я больше не хочу слышать об этом. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Не говори, что ты не знал этого. Не нужно верить всему, что говорят. Как будто у меня без того. Кто должен Лемару? Если ты хочешь узнать это, только это будет очень непросто. Насколько мне известно, он всегда носит его с собой. Я слышал другого. Где я могу найти? Ты вряд ли найдешь работу здесь, в порту. Но если у тебя есть приличный меч, ты можешь вызвать Али... Ты уже знаешь, что я думаю. А нет ли здесь какой... Что-нибудь особого, говори... Что ты оглядываешься сюда, мол, так? Попробуй поговорить с Нагуром. Возможно, он сможет помочь. Настаивал, что ему лучше знать. Он не заслужил этого. Да, есть кое-что, но это заинтересует тебя, только если... Выкладывай, что там у тебя? Ну, у Зуриса, торговца зельями на рынке, сейчас гостит Даран, маг огня. Так. При нем есть новый сундучок, сделанный специально для него Торбеном-плотником. Говорят, что этот Даран носит с собой несметные сокровища. Но ты ничего не слышал от меня, понятно? Я даже не знал об этом. Так, понятно. Он узнал это не от меня. Где ты это услышал? Так. Поворачиваемся и разговариваем. Это действительно правда. Кардив говорит, что у тебя может быть работа для меня. Так, так. Ты ищешь особенную работу. Ладно. Но будем играть по моим правилам. Понятно? Что это значит? Это значит, что ты будешь делать, что я скажу. И будешь получать треть от навара. Если тебя это не устраивает, то у меня нет работы для тебя. Ну давай, треть. Хорошо, ты здесь главный. Отлично. Тогда дай мне знать, когда будешь готов заработать кучу золота. Давай, я готов. Договорились. Ты знаешь торговца Бальтрама, нет? Если нет, пришло время поговорить с ним. У этого Бальтрама есть посыльный, доставлявший ему товары с фермы Акила. Вернее, у него был посыльный, пока я не перерезал ему глотку. И теперь Бальтраму придется искать нового мальчика на побегушках. И им будешь ты. Ты должен поступить на работу к Бальтраму и взять посылку у Акила. Затем ты принесешь ее мне, а я продам ее заинтересованному покупателю. И не пытайся продать эти товары сам. Будто у меня без того проблем не хватает. Это давно известно. Когда мне поговорить? Ты можешь сделать это прямо сейчас. Он уже должен понять, это что его посыльный никогда уже не появится. Бальтрам. Посмотрим, что будет дальше. А где? Выйдешь из города через восточные ворота, что находится на рынке. Если ты пойдешь по дороге направо, вскоре увидишь лестницу. Поднимись по ней. Но он настаивал, что ему лучше. Какой ожидается навар? Какой? Не могу сказать точно. Так. Где? Его прилавок находится на рыночке. Хорошо, договорились. Отлично. Что не изменит это? От этого будут одни проблемы. Это не новость. Я не хочу иметь к этому никакого никто отношения. Эй, ты! Меня. Это давно известно. Все. Никому не интересно мое мнение. Так. Я не был бы так возможно, уверен. Возможно, я говорил тебе раньше, если все будет. Нам остается только ждать. Он все время знал. На твоем месте я бы этого не делал. Окей. Если все будет, никто никогда не спрашивает. Кто-то должен. Не знаю, где его так отделали. На твоем месте. Он все время знал. Нет, что тебе нужно здесь? Ага. Мальчик. Давай, заткнись ты. Не говори, что ты не знал.
Путь воина. Это все сплетни. Что мы имеем? Ему лучше заткнуться. Ой, точно. Ну-ка, давайте-ка попробуем вот так. Он не может угодить всем. Ему нельзя доверять. Эй, кто ты такой? Это не твое дело. Главный. Эй, этот склад находится в моем ведь. Ну подожди, суки. Так. Забираем. Так, так, так. От портового склада. Где ты? А вот в сундуке. Да не в этом, значит. Есть мешок с травой. Только не помню, кому он нужен. Может, в новом лагере нужен. Может, тут кому-то. Вот этот тюб травы. Конечно, можно было его и не убивать, но... Меня же никто не видел. Так, так, так. Посыльный. Из этого не выйдет ничего хорошего. Ладно. Пойдем, пойдем. Ты действительно... Все должны немедленно приступить. Я даже не знал, что он там есть, конечно. И должным образом вооружиться. Никто никогда не спрашивает. Эй, ты! Мне нужно. Ты ищешь работу? Конечно. А что нужно? Мой мальчик на побегушках не вернулся. И во сколько ты от... Я дам тебе... Отлично. Хорошо. Никто ничего не учится у меня. Кто это сказал? Это не новость. Может... Послушай, если ты принесешь мне 10 окороков... Я попробую. Это действительно правда. Я... Покажи. Мы договорились на 10 окороков. Я не верю. А у меня сколько? Он настаивал, что ему лучше знать. Я даже не знал об этом. Жареное мясо, сырое мясо. Я видела это сама. Пять окороков. Слушайте, жители Хариниса. По прямому указанию достопочтимого лорда Хагена, сегодня вступает в силу следующий декрет. Так, а у тебя окороков-то нету. С этого момента лорд Андре назначается главнокомандующим нашим ополчением. Все граждане этого города, имеющие военные навыки, обязаны вступить в королевское ополчение. Что ты делаешь? Я послушник в монастыре. Я доставил трем трактирщикам города вино и... Я не слышал об этом раньше. Кто эти? Один из них, вот этот добрый человек. Также ищу Карагон, хозяин. Посмотрим, что ты делаешь. До монастыря мне пока еще рано. Что ему лучше знать? Эй, пока у паладинов нет никаких задач. Ты работаешь на... Да. Я докладываю. Кому верить? А и как ситуация? Нет причин для беспокойства. Иди спокойно, это дам. Блин, вот у тебя, по-моему, ключ. Я сказал тебе это. Эй, ты! Все об этом. Как дела? Что тебе еще нужно? Я бы сделал это по-другому. Проблем не хватает. Слушайте, жители Хариниса. Гарат наконец закончил эту свою чертову работу для паладинов. Это означает, что я теперь могу предложить новое оружие. Меры безопасности по защите верхнего квартала будут еще усилены. Что я знаю о них? Охране у ворот приказано принять закон самым строжайшим образом, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к кварталу. Что? Ты хочешь расправить? Сколько ты готов? Но это опасно. Ладно, мне это тоже нужно. Ты даже не знаешь, кому верить. Так, где они напали на тебя? Около фермы Акила. Выйдешь из вот этих городских ворот, вскоре ты увидишь каменную лестницу. Эти ублюдки пришли. Так. Ты не знаешь, кто в ополчении за ним? Парень по имени Пабло. Он еще не... А он в городе. Ты знаешь, он патрулирует город. Это не удивляет меня. Я правда. Как будто у меня кто-нибудь. Ай, мне что, вернуться? Нет.
Я не думал, ты оказал. Вот деньги. Так. Он сам бы никогда не... Ты... Да, теперь все. Они забрали. А, вза... так. А где ты берешь оружие? Старый добрый гора. Вот нет. А карака нужны. Слушайте, жители Хариниса, по прямому указанию достопочтимого лорда Хагена, сегодня вступает в силу следующий декрет. Учитывая общую ситуацию, леса и пустоши около города следует избегать ради вашей собственной безопасности. Кроме того, любые контакты с восставшими крестьянами... Надо успеть дойти, потом обратно. Подожди минутку. Ну, я... Да. Короче, блин, зря тебе 50 отдал. Эй! И... Послушай, сынок, мы поговорим. Потом. Ну, ладно. Так. Что мы имеем? Мы имеем небольшой геморрой, конечно, у себя. Вот так. Опа. Пойдем. Что, кто-то где-то есть? Стой. На. Так сойдет вам. Чтобы не жужжали. Так. Теперь мне надо... Где он говорил? Недалеко от фермы. А где там охотники? Там, где они есть в патчах, там бандиты. А без патча где они? Еще этого надо, чтобы он меня провел к магам огня. Но это попозже. А ночью-то мне сейчас сюда надо. Потому что к утру я хочу Валентина найти и отхреначить его. Тебе мало? Эй, ты! Меня прислал. Так ты его нов. Я до... Пока. Так, я должен идти. Пойдемте посмотрим, пока время есть. Сколько у меня времени? Времени пока хватает. Так. Здесь бандиты. Так, я пойду по низу, потом обчищу там сундуки. Почему ты не исчезаешь? Какой-то действующий труп. Доказывающий, что здесь были бандиты, которые я должен был только сейчас убить. Так, с той стороны кладбище. Стой. Есть же еще кое-что. Подождите. Стой. Огненная крапива. Нам сюда. Опа. Где ты? Блин. Сундуки здесь? Здесь у нас что? Здесь у нас сундук.
Опаньки. Так. Один из наших сундуков мы подобрали. Ну, уже не один, я так понимаю. Опа. Здесь есть сундук? Нет, здесь сундука нету. Прошу прощения. Так, вниз нам не надо, а то подниматься долго будем. Кстати, внизу даже не был там. Там по-любому какие-нибудь такие не очень. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Охотники. Так. Может, лопата где-то во дворе у кого-то торчит. Как оставь. Так. Где вода у меня? Это не удивляет меня. Понятия не имею, скажи мне. Ни хрена себе. Ты действительно веришь в это? Он думает, это так просто. Никто ничего так не учится у меня. Сохранимся. Пойди туда, ты у нас кто? Орлан. Это не удивляет меня. Никому это не. Пока нет. Нет, то, что мне надо, у тебя нет. Бывалые люди нынче. Так, ладно. С тобой все ясно и понятно. Я лучше не буду вмешиваться. Это не новость. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Мне никогда не... Даже не знаешь, кому верить. И это еще не... Не говори, что ты... Воды. Вот, кстати, воду можете взять отсюда, чтобы заменить. И это правда. Ну-ка, шкуру я могу взять? Я слышал другое. Вот так. Никому... Здесь мне нужен ключ. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Так. Я так считаю. Ключ, от чего этот ключ? Скажи мне, что это не так. Ты действительно веришь в это? Я бы так не смог. Никто ничего. Давайте, я алкаши ему сейчас. Я наш... Кто это? Рэндальф. Пришли! Ты можешь выставить его ищ, какова твоя... Стоп! Вот это! Я... Вот мы... Хорошо. Но только не тяни. Так, все. Рэндальфа можно отправить и забываем про них. Так, недалеко. Он там, что ли, где-то? Ладно, мы еще потом придем туда. Для... Ой. Что ты? Ой. Золото. Господи. Ладно, хрен на вас, на одну золотую эту штучку. Здесь мне нужен ключ. А ключ мы можем у кого взять? Так.
У кого же ключ? Ключ у торговца. Только он должен сам нам отдать, если я не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Все? И здесь тоже отрываем. Я же открыли-то и жало, не забыл же, как отрывать. Почему трофей-то не обучен получать? Так, ладно. Где ты? Алкашина. Сколько денег? 10 золотых. И я правда, если я смогу по. Все, иди. А мы в город. Время у нас, время. Время, деньги. Деньги, деньги, дрибби, деньги. А остальное все дрибби, деньги. Делай деньги. Делай деньги. Так. Он там, кстати, на вершине, вон там. Охотник сидит, но я не знаю, сейчас он сидит или нет. Кстати, а где охотники-то таятся? Вот, блин, жопа-то. И ведь... Ладно. Потом. Потом посмотрим, где они таятся. У нас только 12 ночи. Что нам несет эти 12 ночи? Это было всегда очевидно. Он так. Я видела это сама. Так, надо этого пэка пака найти. Ему нельзя доверять. Все будет только хуже. Чтобы высказать ему, что он козлина. Вот видите, хоп, по домам прошлись и нашли. Это именно так, как я сказал. Он все время знал ему, что говорят. Это все не изменит это. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Не-не-не, давай заново. Вот так. Это может продолжаться. Опа, и кошелечек нашли. Да, и вот таких вот сюрпризов здесь хватает. Эй, ты! Так. Эй, ты! Я принял. Отлично. Теперь мне... Это может продолжаться вечность. Некоторые проблемы решаются сами собой. Я не знаю, где вот так они никакого отношения. Заходи завтра. Ты уже знаешь, я говорил тебе раньше. Как интересно. Так, а он спит, интересно знать? Слышу об этом. Ничего не изменится. Я больше не хочу слышать об этом. Я слышала другое. Так может продолжаться вечность. Опять то же самое. Так. Лево. Влево. Право, право, лево, право, право, лево, право. Эни, так, кровавый кубок. Эни, Бенни, раба. Я тоже так считаю. Совсем жизни не стало. Так. Скажи мне, некоторые проблемы решаются. Ему лучше заткнуться. Не могу поверить в это. Ты просто послушай. Некоторые проблемы решаются. Кто это сказал? Он узнал это не от меня. Это правда. Все возможно. Я не верю в это. Блин, блински. Так.
где-то. Ему нельзя доверять. У меня и так хватает проблем. Рано или поздно это должно было случиться. Так, это мне его самого надо как-то ограбить. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Так, подождите. Где-то я слышал голос Пэка. Несет службу. А, здесь-то их нету. Хрена ли я сюда прибежал тогда? Опа. Пабло, ты куда должен был? Что ты? Все они пришли из этой чертовой части, из них устроились, но больше всего. Вот почему не. Что ты знаешь о бандитах? Ох, это дело. Насколько я знаю, именно они ответственны за большинство. Эти крысы уползли в свою нору и бой. Как-то нам даже удалось выследить их и погнаться за ними. Но нам там бродит слишком много всяких. Но есть кое-что еще. Часть украденных товаров всплыла в. Это означает, что они имеют возможность контрабандой доставлять товар. Да, мы подозреваем, что у них есть свой человек в городе. Если тебе удастся выяснить что-нибудь об этом деле, помни, что лорд Андре нас. Так. А откуда пришли бандиты, у которых... Ага! Так это все же твои... За что тебя разыскивают? Я не знаю. Да-да, конечно. Я хочу, чтобы ты кое-что понял. Если бы я думал, что ты был сао... Но все же мне лучше доложить об этом. Но, отвечая на твой вопрос, мы нашли их неподалеку от поместья лендлорда. Но они были не похожи на людей Анара. Я думаю, они были частью банды, которая засела в горах около фермы Анара. Но если ты захочешь отправиться туда, позволь мне тебя предупредить. Я запомню. Так, все. С этим мы разобрались, по крайней мере, Пабло. Где Пабло этот пэк? Я взял книгу, нет? Хрень, там я взял. Значит, надо ее как-то у самого этого выкрадывать. А, кстати, давайте рыбу посмотрим. Так. Денежки мне так и падают. Давайте смотрим, что у меня имеется. Вот здесь надо смотреть, да? Прибавка к здоровью. Так, в рыбе больше ничего нет. Ладно. Так, посылка. Ага. Так, Бальтраму мне надо разочаровать его сходить. Ни хрена он уже не получит. Я не верю в это. Не нужно верить всему, что говорят. Не говорят. Не верьте всему, что говорят. Ага, ты спать уже ушел. Он почти не отдыхает. Но он настаивал, что ему лучше знать. Кто-то должен делать это. Давай, вставай, падла. Чё? Не говори об этом никому. Но он настаивал, что ему лучше знать. Я не верю в это. Где? Как только выйдет, вскоре... Я сам не лучше. Так, минутку. Я что-то не помню, я же отдал уже пакет. Он не может угодить всем. Чёрт! Я сам не лучше. Он не может угодить всем. Я при... Покажи! Мы договорились на 10 окороков. Не говори об этом. 10 окороков. Это давно известно. Так.
Джо. Чё? Выбер. Мне нужно, как знать. Акарака, точно. Так, блин, нет, мне сейчас надо отхреначить этого. Блин-блинский. Если все будет по-другому. Ну давайте в таверну. Он не может угодить всем. Если все будет по-другому. Врач! Умный мальчик. Да я вообще не захотел так, не хотел грабить-то. Так. Ладно, не говори мне об этом. Эй! Ну это ужасно. Ты, я сказал. Я что-то слышал об этом. Эй! Ох ты, как ты развернулся-то? Я теперь даже не знаю, кому верить. Ладно, не говори мне об этом. Эй! Регис, я уж не помню. Кому верить? Пока все. Он почти не отдыхает. Вот акарака я возьму. Хотя подожди, давай-ка на всякий случай у тебя все возьму. Все, пойду миссию выполню. Еще получу опыта. Совсем жизни не стало. Так, что у меня по времени? 3 часа. Блин, блинский. Я видел их. Давай. Это все. Чё? Я покажи. Теперь ничто не мешает. Покажи. Я у тебя обратно заберу. Мало ли. Еще какой-то амулет даже прихватил, который мне нахрен не надо. Что за амулет я взял? Амулет. Я не могу помочь. Если бы я не видел это собственными глазами. Надо. Это было все. Ну ладно, пусть будет потом, если что, я его продам. Совсем жизни не стало. Так, кто у меня тут? Это все сплетни. Я видел это сама. Это не удивляет меня. Так. А у тебя? Я предлагаю только лучший табак. Но, конечно же, я всегда. А как это делать? Возьми за основу яблочный табак. Это делается на. Ох, так. Где? Я дам тебе, если тебе понадобится. Хорошо, так. Тюк травы. Подожди ты со своим тюк травы. Чё? Я слышал другое. Пока. Нет. Если все будет по-другому. Нет, нет, нет. Так. Как интересно. Я слышал другое. Да. Я не верю в это. Что у нас по времени? Под утро возвращается домой. Ладно, не говори мне об этом. Нужно верить всему, что говорят. И что еще хуже? Он не заслужил этого. Я ей больше не. Так, а как бы мне. Нам остается только ждать. Ладно. Кстати, да. Ну-ка, дай-ка вот так попробую. Остается только ждать. Здесь мне нужен ключ. А ключ, я так понимаю, у тебя. Ждать.
Вообще-то нет, не у тебя. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Я всегда это говорила. Так. Я не верю, что это что-то изменит. Опа. Все будет только хуже. Ну-ка. Блин, не в ту каморку, конечно, я хотел продвинуться. Ну ладно. Так, влево, право, право, лево, право. Это кольцо мне может понадобиться. Так может продолжаться вечность. Он почти не отдыхает. Так. Вот он. Где ты это услышал? Не говоря об этом никому. У меня и так хватает проблем. Так. Нужно верить всему, что говорят. Он слишком много болтает. Никому не интересно мое мнение. Как это типично для... Сейчас посмотрим. Ох, моя голова. Оставь меня, подожди, лорд. Подожди минутку. Оставь меня, подожди. Кому верить? Подумывал об этом. Правда? Я что-то слышал об этом. Подожди минутку. Ты хочешь сказать? Ты оставь меня. Где ты это услышал? Так. Вроде должно было сработать. Черт! Что тебе нужно? Пока. Так. Значит, ты. Покажи. Да и не ты тоже. Ну ладно, давай хоть вино возьмем. Ну-ка еще раз. Скажи. Что это? Нет. И у тебя только оружие, да? Пока. У тебя еда. Так, ладно. Что ты задумал? Что ты тут ошиваешься? Ой-ой-ой, надо мне больно тут. Так. Так. Забрали. Да встань ты, встань. Так. Не говори об этом никому. Нет ничего нового. Пойдемте. Лорду Андре. Блин, этого ростовщика-то не жалко нисколько. Если он этого не видит, я не... Смотрим, что он там. Долговая книга. С этим уже ничего не... Так, Торбен, Кагарон, Ханна. Он не может угодить всем. Владелец отеля. Я не был бы там
так уверен? Кто-то должен делать это. Для начала... Я слышал другое. Зайдем сюда. Я, по идее, тогда должен был красть у него. Выкрасть. Я пошел другим путем, потому что он там нахрен не нужен. Один из моих людей сказал мне, что бандиты распространяют объявления о розыске. Он также сказал, что поначалу ты это отрицал. Так что все это за... Я не знаю, почему они ищут меня. Надеюсь, ради твоего же блага, что ты говоришь мне. Большинство из этих бандитов бывшие каторжники. Я надеюсь, что ты никак не... Да нет, никак. Как обстановка? Все под контролем. Я... Так... Так, не буду тебе помогать. Но есть одно кое-что, хочу, я хочу вот прочитать. И еще хочу кое-что посмотреть. Что тебе нужно? Иди, но не зади. Так. Мне нужны. Сара. Так. Опыт. 25 опыта взяли. Так, туда можно заключенных, кстати, засовывать. Липать на них. Вау. Да стой ты. Ранняя пташка. Я обычно один в это время. Будь внимательным. Ты можешь обмануть. Помни об этом. Каковы твои... Эти олухи, ма... Но когда... Так, ладно. Каково служить в ополчении? Сейчас с нами команду. Раньше. Но лорд Андре знает... Заботься о своих людях. Ты... По приказу лорда Андре... Впрочем... Каковы... Это просто. Преимущество двухручного меча, да, конечно, все знают. Выбирай сам. Но даже если, например, твой на... Правда, в это тебе нужно... Мне это не интересно пока что. Но... Эй. Так, право, право, лево, право, лево, лево, право, право, право. Так. Кстати, тут вроде на щит не рассчитан, да, персонаж? Так. Теперь, что касается тебя. Эй, ты! Ты убирайся с глаз. Блин. Чего ты на меня так кричишь? Там, кстати, в сундуке не очень-то что-то... Много и хорошего там. Так, ты на меня ни внимания не обращаешь. Ну ладно. Идем, значит, сюда. Так, ты пока тут пьешь. Сейчас ты меня проводишь к магам огня. Но перед этим... Барток, Барток, Барток. Так, я Валентину нос этот хреначил, нос разбил. Ой. Так. Регис. Я задал ему хороший.
Вот, я нашел это кольцо в его кармане. Как ты можешь передать его следующему, кто надает ему тумак? Так. Кольцо. Что за кольцо? Так, вот это кольцо. Ну хрен с ним, давай вот так. Пока у меня амулета нет. Продай мне. Ты можешь, если еще. Ну. У меня. Где ты взял? Тебя должно интересовать, не где я взял его. Дай его сюда. А что ты готов? У меня нет денег, но ты можешь. Нет, это я не тебе отдам. Уж кому-кому, но не тебе. Со своими братьями. Никогда больше не. Хотя можно поди красть и продавать, красть и продавать. Вот кому я хочу. Иди сюда, где ты? Посмотри. Гроссбух Лемар. Ну! То, что Лемар лишился своего гроссбуха, это хорошо. Вот. Спасибо. Возьми это в качестве награды. Что это такое ты дала мне? Это ключ от врат, ведущих к богатству. Так. Здесь мне нужен ключ. Ну, ключ-то мы знаем где. Наконец-то, блин. Можно идти так, туда. Блин, вот кого надо было отхреначить-то. Пабло. Ладно. Что тут произошло? Ничего. Ты хочешь сказать? Я лучше не буду вмешиваться. А ничего, что у тебя этот хозяин-то помер. Как это тебе ужасно? Горожане. Проблемы решаются сами собой. Ну давайте сейчас спросим, что у Ларса нового. Эй! Я слышал, тебя приняли в ряды наемных. Поздравляю. Эй, ты! Я слышал другое. Горн сказал тебе обо мне? Что произошло с ним? Я думаю, он где-то в долине рудников. Так. Тренируй меня. Сила и ловкость. Нет. Мне пока не это надо, мне... Мне надо вон туда. Джек. Эй! Сумасшедший король. Есть такая книга, кстати. Расскажи мне об этом порте. Порт Каренис здесь. Так, почему ты не уедешь отсюда? Так, вот и... это, кстати, интересный, да, тоже персонаж. У него маяк наверху. Что ты имеешь в виду под... Поэтому... Почему? Мата. Мы ему маяк освободим. Чуть попозже. Так может продолжаться вечно. Хотя подождите, вроде как я не вижу маяка, может он не прорисовывается? Он там впереди, он там на вершине должен быть маяк, который бандитами окружен. Так, сохраняем. Вот сюда нам. Ключ она нам дала от богатства. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Не понял. А от какого ты мне богатства тогда ключ дала? Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Ладно. Да не туда. Туда плывем. Есть у нас еще кое-что. Вот сюда, за уголок. Это по поводу пропавших людей. А, вон маяк, кстати. Опа. Каменная табличка.
Так, давайте-ка сходим к нему. Стой, моллюск. Ну, наконец, минуточку. Ты же не торговец? А где Бальтрам? Бальтрам? Бальтрам, ты ждешь торговца? Догадливый. Я же только что сам об этом сказал. Этот никчемный торговец всяким хламом, похоже, забыл про нашу встречу. Если бы я только мог до него добраться. Да. Ты кто такой? Не знаю, почему это должно тебя касаться. Ну, это пират. Если уж тебе так интересно, то меня зовут Скип. Тебе знакомо это имя? Да, как, откуда? Как тебя зовут? Неужели ты никогда не слышал о Скипе? Ты что, вырос на необитаемом острове? Я один из самых опасных преступников Хариниса. Да. Ой, нет. Брехло. Ты должен был обо мне... Я должен тебя знать. Следи за своим языком, приятель. Откуда ты приплыл? Откуда ты приплыл? Ты хочешь знать, где наше убежище? С таким же успехом я могу сам пойти. А если ты вдруг захочешь навестить нас? Этот остров Хринис довольно велик. И никто и никогда не попадет туда, куда добрались мы. Потом еще нужно будет пробраться через скалы. Дорогу знают только два человека. Понятно. Как бы то ни было. Что у тебя тут есть? Так. Собрали. Как ты тут без припасов будешь жить сейчас? Хотя вон дохлой рыбы будешь питаться. То, что тебе море принесет. Понял? Козлина. Разговариваешь так со мной еще. Ой. Тяжко тебе будет. Зачем тебе золото? Живешь, у тебя все есть. Тут вот, кстати, стой, рыба. На одной рыбе там много, тоже не проживешь. Давай, бери. Я хочу все у него забрать. А может, кстати, охотники, блин, меня все этот вопрос мучает. Охотники, может, кстати, это должны быть, но их нету в оригинале. Сейчас наверх будем подниматься к охотнику туда. Ну давай. Плыви. Хрен там, да? Не могу залезть. А если залезу, то не смогу встать. Ладно. Мы не гордые. Сейчас. Господи, подождите, а мы отсюда вообще потом сможем это уйти-то? Ладно. Об этом мы будем потом думать. Опа. Да. Вот так. Ну, вроде все. Так, тут ничего нету, хотя здесь бывает скрижаль лежит, если вы играете в скрижальные. Из этого не выйдет ничего хорошего. Вот так. Там скрижаль лежит. И тут проход есть, так-то выход. А тут что-то
как-то бедненько все. Право, лево, лево, право, право, лево, лево, право, лево, лево, право, право, лево, лево, право. Нет, три раза лево. Остальное все вправо уходит. Ну, за 250 золотых зато старались. Вот каменная табличка. Я не могу этого прочесть. Ладно. Дальше я туда не буду плыть. О, кошелек. Стой. Блин, с другой стороны. Гребаная веревка. Да, блядь. Это дело чести становится, да? Вот так. Что тут есть? Да, это не страшно. Что мы тут имеем? Сундук. И забираем. Идем далее. Что тут у нас еще бывает? Или что у нас здесь может быть? Блин, вот здесь так-то можно было забираться раньше. И опа! Блин, столько времени бы сэкономил. Скип. Сейчас мы пойдем к этому торговцу и узнаем. Ключ от сокровищ. Это точно туда. Он там остров есть, вон он. И мне туда плыть надо. Куда, по-моему, надо, блин. Да стойте. Опа. Опа. Вот так, забраться сюда. Тут, кстати, тоже что-то было, я уж не помню. Оп. Эй, хоп. Нет, ничего нету. Так. Рабочий. Что? Я строю корабль, но судя по тому, как... Почему ты торопишься? Почему? Ой, мне вообще без разницы, что ты торопишься? Почему ты не можешь? У меня почти не осталось средств, но мои парни работают как будто. К тому же, один из моих парней просто перестал приходить на работу. Я начинаю опасаться. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Подожди, а что за рабочий там? У тебя... Да? Его звали Монти. Он как будто... Эта ленивая свинья, наверное, прохлаждается сейчас на... Когда в последний раз? Первый раз он не потрудился прийти на работу. Я слышал... О чем я и говорю? Рыбак Фарим рассказывал мне похожую историю. Я уверен, что за всем это... Где мне найти этого? Он рыбак. Посмотрим, что будет дальше. Могу? Да, можешь. Выясни, что планирует. И я одного из этих отродий. Просто сообщай мне всю информацию, что... Да, это я уж понял, что тебе надо просто так. Я... Правда? Паладины как... Что? Да? Он мертв. Хорошо. Некоторые проблемы решают. Что? Вот. Я только... Самое большое. Если честно... Так, мне особенно пока не интересно про тебя.
Ну зато так, что у нас еще есть? А, следующий день настал. Ты уже пока еще нет. Если он этого не видит, я ничего не могу помочь. И почему я не слышал об этом раньше? Ладно. Но он настаивал. Монти, где-то, блин, я его. Видел, нет? Точно не могу сказать. Рыбак. У меня нет времени на это. Не нужно видеть. Давай, иди. Кстати, в некоторых тут пирс такой стоит, туда можно заходить. Так что, ну это опять же в патчах. На некоторых миссиях там человек находится, который, ну, по миссии необходим. Эй, ты! Ты интересно. Не могу. Конечно, рыбак. Не принимай на. Неприятность. Эти подонки приходят ко мне. На прошлой неделе они забрали весь. Я, конечно, понимаю, что после того, как фермеры прекратили торговать, иногда им не. Но понятно, есть... ну это все понял, так. Ты рад. Паладин нам рассказывал, но им плевать, это как в жизни. Может, не знаю. Полагаю, тут нужен кто-нибудь. Хотя вряд ли паладины. Я посмотрю, что. Ты знаешь? Мой друг Вильям встретил. Однажды он. Так. Как пропал? Именно так. Он. Ему следовало держать. Когда? Несколько дней. Так, а что может быть? Может быть. Не похоже. Нет. Но что это? Я не знаю, ни кто они, ни что им было. Могу только сказать тебе, я один раз увидел его, когда рыбачил в заливе. Где именно? К северу отсюда есть небольшая бухта. Туда можно приплыть самому или на лодке. На берегу этой бухты расположен небольшой рыбацкий лагерь. Так я только что там был. Чем он занимался? У него были какие-то темные дела. Думаю, он продавал им контрабанду. Я вот тебе не стоит без. Как бывало. Так, а что мне вот с твоей рыбой-то делать? Толком я уже и не помню. Ой. Куда мне твою рыбу-то пристроить? А, вино. Неплохо живете. Давай, там должен быть ящик, нет? Кстати, мне столько рыбы не съесть даже в игре. Давай, иди сюда. Вот так. Пиратская сабля. Так. Еще одна уха. Может, наверху что есть. Кстати, вот. Отсюда что ли поплыть. Посмотреть, что там есть. Давайте сохраню. И поплыву. Потому что, говорю, вот если туда плыть, в некоторых патчах, там если прохода нет, то там еще есть миссии. На этом острове. Сейчас попробуем, может, как мы сможем туда попасть. Тут, кстати, затопленная башня есть тоже, там это какая-то, бывает, ее видно, что ли.
Так, подождите, меня сожрали. Хрен ты отсюда уплывешь, короче. Реально, я раньше этого не видел. Блин, вот, ну, по крайней мере, красиво. Захреначили-то. Ключ от богатства. Ладно. Идем отсюда, к этому гребаному торговцу. Посмотрим, что он нам скажет. Рыба. А мы там редис не собрали, или репы, или что там. И опа. Опаньки, так. Стоп. Вот сюда заглянем. Я так думаю, тут пока еще никого нету. Хрен пройдешь, да? А тут вот домик есть. Тут гильдия убийц. Если в патчах есть убийцы, то они будут именно здесь находиться. Тут домик будет стоять. Так что, смотрите, я так думаю, что Готика 2 было, ну, как сказать, подготовлено к этим патчам. Либо у них заранее были доработки эти, пила он лежит. Поэтому, оп, давайте. Монстр. Значит, монстры здесь плавают. Значит, мне с острова туда не уплыть. Значит, все-таки только в патчах есть проход. И он, ну, можно по суше, можно, конечно, по воде. Да. Опа. Поговорить. Давай наливай. Поговорим. Что же мне с тобой делать? Это еще не все, поверь мне. Подожди минутку. Не говори, что ты не знал этого. Ты мне не нужен. Некоторые даже не знают, насколько они порочны. Путь добродетели труд. Эй, ты! Нечего тебе здесь делать. Здесь... Люди с ополчения. Аж здесь хранятся запасы. Ты можешь мне... Скажем так, если ты компенсируешь мне те не... И часто случается... Нет, пока... Понимаю. Так. У рыбака Фарима проблемы с ополчением. И почему меня это должно... Ну, у тебя есть определенные... Фариму нужна твоя защита. Он готов отдавать тебе часть улова. Я понимаю, о чем ты говоришь. Рыба. Как будто у меня без этого не хватало забот. Скажи своему приятелю, чтобы он пришел ко мне и рассказал, что им... Я разберусь с этим. Что ты... Что ж... Давай. Все... Давай, давай. Паладины привезли. Сам так решил. А что-то может... Этому надо было. Ну давай... Сейчас посмотрим, сейчас расскажем ему и посмотрим, была ли решена, был ли решен этот вопрос. Эй! Я знаю. И как же? Я бываю здесь слишком редко, чтобы... Но я знаю, Мартин Интен... Думаешь, он сможет сделать... Он так сказал. Отлично! Спасибо тебе. Я нашел этот странный камень. Не думаю, что он очень ценный. Так, ну, по крайней мере, с твоей рыбой мы разобрались быстро. Как сказать, легкий квест. Блин. Торговля пиратов. Посылка Бальтрама, фальшивые посыльные. Его дела были праведными. Ладно. Я бы сделал по-другому. Эй, тебе нужна рыба? У меня... Самых так, покажи мне. Сделал по-другому. Я думаю... Что?
Не так быстро. Хорошо, давай поговорим спокойно об этом. Послушай, я перепродал товары, но нет необходимости сообщать об этом ополчению, правда? Я уверен, мы можем прийти. Конечно. Опять то же самое. Ну, хорошо, послушай меня. Если ты отдашь мне этот клочок бумаги... С торговыми партнерами. Да ну! Ну, я мог бы предложить тебе особенную рыбу, понимаешь? Не... Ты имеешь в виду что-то вроде рыбы? Ты все правильно понимаешь. У меня есть несколько... Хорошо. Спасибо. Заходи, когда опять будешь неподалеку. Покажи. Так, рыба, прибавка к здоровью, селедка. Он сам так решил. О. Ну давай, вот так вот. Этого я тебе сказать не могу. Так, и давайте-ка посмотрим. Он сам так решил. Что у нас в этой рыбе? Если все будет по-другому. Прибавка к здоровью, нет. А где мне... А, вот она. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Отмычки. Я лучше не буду вмешиваться. Он сам бы никогда не додумался. Какая беспечность. Ой. Я не могу этого прочесть. Ой. Так. Тут добродетели труден. Что мне теперь надо сделать? Давай, ты продал там уже сколько? Ты уж пока еще нет. Кто-то мне даст за информацию. Никакой информации у тебя для меня нет. Ну ладно. Ага, твой там муж, знаешь, хоть чем он занимается? Там муженек-то у тебя. Так, торговцы. Где еще торговцы есть? Надо к торговцам. А, стой, Ватрас, у меня для тебя таблички. И нас рассудив. Эй, ты! Я принял. Отлично. Так. Я пожертв. Сколько? У меня яблоко. Да будет. Так. Я... Правда? Что ты хочешь этим? Должно быть, среди нас есть кто-то, кто доверяет. Хорошо. Ты бывший, которому сказал о том, что при... И ты пришел. Это все звучит довольно фан... Поэтому я вынужден предположить... Я хочу дать тебе шанс. Давай. Что я должен сделать? Ты должен понимать, какую ответственность... Мы не принимаем, кого попало. Если хочешь присоединиться к обществу, ты должен... Что это значит? Перед тем, как новый воин вступит в наши ряды, он должен совершить... И только после этого мы решаем... Уничтожить спящего, мне кажется, достаточно великое деяние. Я уничтожил спящего. Так, кстати, сам так думал. Мне кажется, это достаточно великое деяние. В последнее время я слышал много невероятных историй, включая историю про уничтожение. Я не слышал, чтобы это было совершено одним человеком. А вы-то верите хоть в моего спящего? В твоих глазах нет лжи. Меня это немного смущает. Но мои чувства иногда играют со мной злые шутки. Даже если это действительно... Твоя работа. Великое событие в долине рудников стало причиной освобождения преступники со всей страны. Бандиты уже... Блин, короче, я еще и накосячил. И что же мне нужно сделать? Харинис столкнулся с великой загадкой. Число людей, пропавших без вести. Если сумеешь объяснить мне причину их исчезновения... Однако... Что еще? Сначала ты должен доставить сообщение по... Это дело первостепенное. Поговори с лордом Хак. Давай. Пока я здесь. Подожди. Я хочу, чтобы ты оказал... Отправляйся в порт.
Там передай ему этот орнамент и скажи. Так, ну подожди, для начала давайте мы пойдем к торговцам и сделаем первоначально то, что мы и хотели сделать. Эй! Я слышала другое. Все об этом знают. Мой муж думает по-другому. Все об этом знают. Если бы я не видела это собственное... Так, покажи мне свои товары. Ладно, не говори мне об этом. Я слышала другое. Уничтожение нежити. Все будет только хуже. Все об этом знают. Так, ледяной блок. Все об этом знают. Ну хрен с ним, давай посмотрим. Если бы я не видела это собственными глазами, ему нельзя доверять. Но это ужасно. Я слышала другое. Ладно, не говори мне об этом. Ладно, не говори мне об этом. Так. Я всегда это говорила. Кстати, я твоих корешей нашел. Ты знаешь об этом? Я всегда это говорила. И послушай, мы поговорим. Все будет только хуже. Пока. Я всегда это говорила. Мне нужно. Я всегда это говорила. Все будет только хуже. Покажи. Выбирай. Мне нужно. Как знать. Ой уж мать, тогда где ж ты находишься-то? Вот он ты. Значит, ты... Что? Кто тебе? Я говорил с одним из них. Как это типично? Похоже, он ждет тебя в своей бухте. Что же мне было делать? Ему нельзя доверять. Ты не боялся, что тебя могут... Я понимал, что такое возможно. Надеюсь, он что... Он много болтает. Все об этом знают. Что ты знаешь о пиратах? Они живут в удаленной части острова. Это я и без тебя знаю. Насколько я знаю, жители Хариниса их боятся. Однако я считаю... Бандиты еще хуже. И чем же ты торгуешь? В основном я продавал им еду. А за это получал... Он может угодить всем. Это было бы замечательно. Вот возьми этот пакет и передай как минимум... Совсем жизни не стало. Это все. Если бы я не видел это собственно. Так, давайте. Зайдем к скипу. Не говори об этом никому. Ты мне отскажи, от чего ты мне ключ дала. Жители Хариниса, по прямому указанию достопочтимого лорда Хагена, сегодня вступает в силу следующий декрет. Меры безопасности. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Будут еще усилия. Нет. Так. Понятненько. Он не может угодить всем. Так, идем к скипу. Блин, вот единственное, что это вот беготня, вот это выматывал. Если лорд Андре всегда на своем месте, я вроде как, ну причем и ни хрена не получается, он всегда так. Ну давай. По поводу монстров мы уже выяснили. Кстати, я не знаю, если я туда это прямо поплыву. Там посмотреть, что ли. Ну, кстати, я сейчас это и сделаю. Вот, отнесу только ему пожрать. И сразу туда. Мне еще, блин, надо в старый лагерь. Ой, старый лагерь зайти в этот. Эй, ты! Бандюганом зайти. У меня для тебя посыл. Что? Думаю, он просто боится со мной встречаться. Он сказал, что ему нужны три бут... Ну, конечно. Сначала он заставляет меня ждать. Вот, передай ему две... Пропало много людей. Проклятье. Я что, похож на раба-торговца?
Нет, я всего лишь занимаюсь перевозкой. Короче, они просто перевозят различные товары. Сначала это были обычные товары, а потом они стали похищать жителей города. Мы всего лишь перевозили их. О ком ты говоришь? О бандитах, конечно. И не только здесь. По всему Харинесу. Отговорка «бандиты»? Имя? Ты хочешь узнать, кто его... Да, я хочу узнать. Никак не могу вспомнить. Но я могу показать тебе, где найти человека, который является главарем банды. У тебя есть карта? Нет. В таком случае я... Далеко на востоке отсюда находится очень большая ферма. Он да, это я знаю, где они находятся. Вспомни. Рядом с паладинами. Куда вы от... Я уже сказал тебе, я не собираюсь... Так. По поводу пропавших людей я не смогу. Так, мне надо бандитов там перебить, получается. Стой. Дай-ка я тут поднимусь. Это, блин, там опять карабкаться и плыть куда-то. И оп. Кстати, ты мне за информацию что-то заплатишь? Ты там живой, нет? Неизвестно. А, точно, я же хотел это. Минутку. Сейчас я справа посмотрю, можно ли вон туда доплыть. Если нет, то нет. А сейчас пока что. Итак. Да, я вернулся. Оказывается, да, если плыть вот так вот. Вон там порт. Если плыть туда, приплываешь сюда, на остров. Сейчас надо вылезти только. Подождите минутку. Вылазим. Для начала давайте сюда сходим. Там, кстати, если есть патч, то здесь еще находится еще и маяк, на котором... И есть призрак, ну, то в зависимости от того еще, какой патч. С которым Джо, хранитель маяка, должен договориться, что-то и обсудить. Так. Тут ничего нету. Подожди. Ну-ка. Рыба застряла. Так. Ладно, тут только в патчах, видимо, что-то есть, а это так пока декорация. Признак кораблекрушения. Ну, кстати, смотрите, какие облака красивые. Красивая, ясная погода. Так, ящик. Почему у меня? Там ничего нет. Или это что, вот это от головы зависит? Да стой ты. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так. Идем сюда. Опаньки. Так, а мы можем сюда подняться? Нет. Нет, не можем. Тут даже вон этот
графика прорисована хреново, что мы не можем. То есть графика прорисована так, как она, ну, должна быть в готике. Так. Где ты? Давай, иди сюда. Ой, а вас двое. Смотрим. Каменная табличка. Ну давай. Ага. Только тут пещера должна быть. Вот она. Каменная табличка. Пещера. А она мне дала ключ от сокровища. Вот она здесь, наверное. Только это не все. Тут вот она, ловушечка. Только, по-моему, акробат может пробежать ее. И еще как-то. Опа. А я, смотрите-ка, я смог, вовремя прыгнул. Ага. Ну, давайте смотрим. Так, и раз. Раз. Забираем. Золотой кубок. Забираем. Так, да. У тебя нету ничего, да? А чё ты мне ключ дала-то? Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Здесь мне нужен ключ. А чё, у меня ключа нету? Стоять. Ключ. Открывает заднюю дверь, так. Ключ от сундука, принадлежащего к Сардесу. От Валентина, от принадлежащего... Так, ключ от сундука, принадлежащего Валентина. Ключ от портового склада. А этот маленький ключ открывает ворота... прохода, так, мертвая гарпия. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Ладно. Да ни хрена себе. Там прыгать надо как-то. Ладно, давайте сейчас по-быстрому попробуем вернуться туда. Сохранить. У меня... Ладно. Сейчас пойдем. Так, ну вообще-то самый хороший вариант, если у вас есть превращение в шершня, он быстро летает. И над водой так. Но у меня его нет. Это ну. Давайте в путь дорожку. Поплыли. Ладно, давайте я вас телепортирую. Итак, мы добрались. Так. Мне еще и тебе что-то надо было там. Меня послал Ватрас. Итак, ты уже повидался с Ватрасом. Иначе он не назвал бы тебе мое имя. Итак, что тебе нужно?
Ватрас просил передать тебе этот орнамент. Ну, конечно. Как всегда, работа достается мне. Теперь мне придется тащиться через полуострова. Так. Я могу отнести. Я могу отнести орнамент. Хм. Нет. Лучше я займусь. Но сейчас я не могу уйти. Так. Что за дела с магами? Я заключил с магами воды небольшое соглашение. Что за соглашение? Мы на них работаем, а они заботятся о том, чтобы из-за нашего прошлого в колонии у нас не было проблем. Ты говоришь о... Ты слышал о нем? Да, мне сказ... Что ж, ты сам ответил на... Так. Расскажи. Первым пропал... Сначала вот мы... что тебе начали... известно, найти... мне вообще пока без разницы. Люди... Так. Ладно, пока мне тебя ничего не надо, ни помощь, ни пошли. Так, кузнецы бегают. Идем сюда. Это плохой бизнес. Нормально пока. Это было так, как ты сказал. Так. Вот и этот козел. Есть, ну... Много я видел таких людей, как ты. Вы просто... Мне стоит поговорить с губернатором об усилении... Лучше не говори, не надо. Козлина. Не говори, что ты не знал этого. Так. Будь добродетель. Ладно, потом туда зайдем. Тернист. Для начала сюда. Но я так и не сходил, так что не переживай. Согласен, позаботься о своем. Как война, но мелкие, да, они с... Мне ты. Ты. Я обучаю. А кому он сам? К лорду Андре, что ли, сходить? Кому? Каково это? Паладины, вой, взамен. Вот, вот не надо мне тут о чести гнать. Ты. Я обучаю. Так, на втором этаже что мы имеем? Послушай, у меня нет... Ночью надо сюда прийти. Блин, это я где? Хоть загружаюсь-то. Только чтоб недалеко. А, ну ладно. Так, ладно, сюда ночью приду. Ему стоило подумать об этом заранее. Квартал. Хопа. Так, что у меня теперь? Почему? Может, действительно к лорду Андрею меня отправить? Я уж не помню. Ты действительно веришь в это? У меня есть... Если ты выполнишь это задание... Я сделаю. Хорошо. Тогда доставь это сообщение и выбери... А когда ты доставишь сообщение? Ну, давай. Да, хорошо. Так иди же к мастеру Изгород. На... Да. Поз... Фермеры тут... Я узнал Элв. С этим я спас бандиты захватили Люсии. По всей говоря, так, я познаком... то, что он наверняка узнает. Мне кажется, ты на верном пути. Продолжай. Так, и что у меня теперь? Что за... Так, сообщение. Ват раздал мне записку для мастера Изгорода. Он находится в часовне неподалеку от монастыря. Да, это я действительно знаю. И я так туда и собирался сейчас вместе с этим. С послушником. Он меня проведет. Так. Все. Я принес ром.
Дороговато получается. Что ж, много... Так, где ты? Да нет. Ты пиво пьешь, точно. Давай-ка. Отведи меня в монастырь. Забудь об этом. Ты знаешь, сколько, когда я думаю обо всех этих кровах. Кроме того, у тебя... Почему? Кот в монастырь раз... Ну ладно. Ты меня не поведешь. Хорошо, тогда сделаем немножко по-другому. Я сам пойду, но пока не туда. Вот сюда схожу. Ух ты, ни хрена себе, валяется. Драконий конь просто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Мы пойдем сейчас башню Джека освобождать. На. Ну давай. На. Где ты, падла? Так, здесь все, пойдете. Ой, я просто перед тем, как туда идти, да хоть бы нахрен подкачаться. Надо подкачаться. Так. Итак, вот мы уже здесь. Так, вот они, бандиты, я их вижу. Нечего взять. Ну, давайте приготовимся. Давайте, я готов. Меня на дальнюю дистанцию, да, бьет? Я надеюсь. Сейчас ты получишь. Получил? Это лошарский арбалет. Подождите, сейчас мы на лук переделаем и потом всех перехреначим. Либо быстренько подбегаем по-быстрому. И шпагой их. Шпагой. Или на шпагу. Оп, на шпажку. Будет шашлычок. Давайте сейчас переделаем так. Потому что с арбалета он пока перезарядит, и тем более у меня... Сейчас ты получишь. Так. Ни хрена у тебя там. Ты охренел, что ли? Это читерско. Что-то у тебя за меч. Так, нечестности. Ни хрена ты меня там хотел. А я вас на шпажку еще, ага. Давай. Да тихо ты. Ну, у тебя какой-то маленький топорик, ты чё? Повестью.
Так, сразу смотрим, что здесь. Кстати, есть, опять же, патчи, где любовницу можно завести. Она находится в лагере у Анара. Девушка такая. Ты что там приносишь, притаскиваешь? И в итоге она становится твоя, а потом она назначает тебе встречу. И вы вот здесь вот встречаетесь в башне. Ну и естественно там это 18+ дальше. Вот такой патч. Так, поднимемся наверх. Что у нас тут имеется? Ничего. А нет, смотрите-ка, свиток. Зелье. Ладно. Так, маяк мы освободили. Маяк, маяк. Трупы, я думаю, он сам уберет. А, подождите, стойте. Есть это. Не знаю, раньше было, сейчас не знаю. Да. Там вот зверь живет этот. Вон этот гребаный динозавр этот. Мощный. Кстати, к бандитам можно и вот так подкрадываться. Тут, кстати, табличка бывает. С крышами или что. К бандитам так подкрадываешься, и тогда они не стреляют по тебе. А сразу вытаскивают оружие. И есть шанс забить их в первую очередь. Они еще по одному там на этой тропе будут выскакивать. Давайте, тут где-то зверя надо было убить. Да подожди, тут где-то нора должна быть. Уж чего-чего, ржавый меч. Ну, это-то я помню. Вот она. Так, а я сохранился. Мракорис. Забираем. Что имеем? Зелье. А тут, по-моему, тоже надо когти мракориса какого-то или что. У меня какая там старая хижина, лук. Фальшивый, так, посылка, информация, так, старая хижина. Лук, бизнес, доказательства, когти снайпера. А это нет, это не снайпер. Снайпер. Надо тогда смотреть, кто там из них убивает всех. Он должен быть где-то близко. Ух ты, господи, кровище-то, кровище. Ладно. Смотрим. Осматриваемся. Редька. Еще какая-то травка. Вот так. С кабанчиком покоча. Блин, кто-то меня, я помню, должен был сопровождать куда-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вот мне туда, это точно теперь знаю. К охотнику. По крайней мере, вроде бы он во всех частях там обитает.
Так. А у него стрел, по-моему, не хватает. Или что? Вот. Либо это охотник, либо это бандит. Сейчас будем смотреть, кто это такой. Ты тоже сбежал? С чего ты взял это? Зачем ты зашел в такую... Я просто прошу. Хорошо, будь моим гостем. Да. Держи. Вкуснее. Так, что ты здесь делаешь? Что здесь делаешь? Здесь мне спокойнее. Разве тебе не нужно работать? Все, что мне нужно, я могу добыть сам. Так ты охотник. Да, если тебе нравится это слово. Так. В таком случае я... Почему бы и нет? Покажи. Мне нечего. Вообще-то я думал про другое, я думал. Так. Так, и вот здесь вот, кстати, тоже есть. Только я не знаю, здесь есть, нету. Если вниз туда падаешь, там небольшой пригорок такой был, где находится тролль. Если, конечно, это правильно помню здесь. Так, сейчас мы пойдем искать побитого орка. Кстати, как его лечить? Блин, там... Я уж толком и не помню. Если, конечно, он еще здесь есть. Мне самому бы лечение не помешало. А, вот там вот тролль был. Нет? Или я ошибаюсь? Так. Соберем, соберем, все мы травки соберем. Сколько тут всего? А тут еще руины бывают. Я же говорю, это все зависит от того, как вы играете. Если здесь руины. Нету орка битого. Нету. Если орк битый, у него ему надо лечебное зелье. Лечебное зелье можно. Я не помню, где взять, но одно-то можно будет в этом. В долине рудников взять. Ну ладно, раз его нет, то и говорить смысла нечем. Так, тут два или три этих снадобья, которые легко даст. А, стой! Стой, назад! Я ж хотел он туда спрыгнуть. Кстати, если туда спрыгиваешь, там этот бывает. Хранитель, если идти по порядку, то хранитель там где-то. Если. Все правильно, если я помню. Вот там. Чух, тролль такой. Ха! Ну нет. Как видно, здесь такого нету. Да не надо. Так. Бежим. Бежим. Куда мы бежим? Нам надо еще бандитов перебить всех. Давайте туда немножко и побежим. Ой, травка. Вон еще травка. Опа. А я не понял. А, я сохранился до того, что ли? Как собрал здесь все. Экс. Нет, просто я хреново собрал. Ладно. Идем вниз.
Вот хорошо, когда телепорт есть. Оп, и ты телепортировался. Так, тут можно тоже, конечно, слезть. Ну как слезть? Больше грохнуться. Будем называть вещи уж своими именами. Вот пчел. Вот кровавая муха. Если вам надо плавать и у вас есть свиток превращения в них, вот превращайтесь. И над водой. Там ничего нет. Ладно, я потом приду. Так. Опа. Ну, я сомневаюсь, что вы за мной хотя бы примерно угонитесь. Пойдемте сообщим. Блин, что за ключ от богатства? Где нахрен это богатство? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, кстати, я не помню, а здесь был у нас сундук? Кто помнит, ребята? Не помню. Вот где ты? Мясной жук. Я тебя слышу. Так, потом тут орки могут образоваться. Стрела. Так. Сундука нет. И в той комнате тоже. Вот здесь вот топор, кто не помнит, это как кузнеца пройти и топора только взять. Он здесь просто лежит. Один, одинешенек, без защиты. Ну как? Лежит-то он один. А в соседней комнате бандиты, потому если вы не можете их победить, а вы не сможете их победить, хватайте топор и бегите. Все. Идем к Джо, только он сейчас спит, наверное. Может, ночью тоже нечего шароебиться. Ночью надо спать. Так. Синяя бузина. Оп. Я, блин, наварю, как Гарри Поттер, каких-нибудь хренотеней. Давайте поспим. Тут нету сундука нигде. До утра, конечно. Так, я выспался. Свежий, бодр. Сейчас еще приму контрастный душ. Вот он. Душ Шарпо. Который... так сказать, очень дорогой. Либо, если его тебе только назначат. Чем Шарпо отличается от обычного душа, я не знаю, честно вам скажу. Может, минералкой поливают тебя там. Так, тебе вот люлей надавать бы еще. Ты уже продал товары? Да, но за меньшую сумму. Часть этой суммы пошли, и Кардив получил свой обычный процент. Остается 240 золотых монет. Ты хорошо поработал. Что из этого выйдет? Эй, ты, иди сюда. Один парень очень хочет поговорить с тобой. За рыбной лавкой халво. Эта информация бесплатна, но это исключение. Как выглядел это? Я мог бы сказать тебе, но тебе... Мне... Как? Ну, он довольно высокий, темнокожий. А его лицо? Его лицо.
В его глазах было что-то пугающее. Да. И... Так, ну ладно. Кто ты? Ты что, действительно думаешь, что я просто так... Ладно. Отдыхай. Давайте посмотрим. Так, Джо. Вот он. Не знаю, была ли у меня такая... Вау, гроза. Ну, такое чувство, как будто у меня гроза. Бандитов как... Это правда? Пойдем со мной. Подожди минутку. Ладно, если потом буду, так загляну. Бандитов я разогнал. Так. Что за перец? Атила. Ах, наконец. Я... Кто ты и что тебе нужно от меня? Это не важно. Важно лишь то, что ты делал. Ты оставался лояльным. Даже некоторые покровители прослышали про твою лояльность. И они дают тебе шанс. Эй, просто... У меня есть для тебя подарок. А все остальное... Ключ получено. А вот теперь. Опять то же самое. Так может получено ключ все остальных в моих руках. Кто не знает, блин. Тому да, хреноватенько приходится, конечно же. Никто никогда не спрашивает меня. Тому никогда не узнать, что под городом есть еще один мини-город. Хопа! Ну. Нет. Так, ржавый меч, зелье. Зелье-то хоть светится, кстати. Ладно, сохраняем. Да. Вот так. Из этого не выйдет ничего хорошего. Теперь сюда. Ах ты, смотрите, стрелы свои возместил. На. Так, это мне надо. Где? Так. Лук мы взяли. Зелье. Вау, бильяр. Только я не знаю, зачем молиться бильяру. Для чего? Какие-то очки опыта или еще что-то. Так, вот туда надо мясным жуком пробираться. У меня есть мясной жук? Превращение мясного жука. Так, волк, варк, ящер, снайпер, овцу, вакариса, так, падальщика. Полевого хищника, снайпера. Кстати, вот еще такая приколюха, ну-ка я сохранюсь. Бывает, что прокатывает. Давай-ка, вот, допустим, в овцу.
И вот, смотрите, не могу пройти, но тут бах. Ну-ка, еще разок. Ну-ка, еще разок. Вот так. Сейчас посмотрим, что тут есть. А тут нету ничегошеньки. Ну сюда, вот, в общем, это когда сундуки стоят, сюда мясным жуком можно пробраться. И обчистить их. Идем дальше. Раз нам туда не надо, идем в другую сторону. Мухи. Так. Тут бывают сундуки стоят. Так. Дверь не рабочая. Я, по-моему, отсюда, да, пришел? Нет, не отсюда. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. А ключ где? У кого-то, у одного из них. Эй, что ты тут делаешь? Так что выкладывай, что ты делаешь здесь? Так. Аттила дал мне ключ. Разве ты не хочешь узнать это? Не горюч. Иди к кассе. Тебя ждут. Ну, ждут, подождут, ничего страшного. Так. Глашатый подо мной. Надо мной, то есть. Я же внизу. Ты что, заблудился? Если здесь с тобой что-нибудь случится. Ты мне, падла, угрожаешь? Так. Сон. Мне бы тебя бы усыпить. Эй! Я вижу, ты получил наш подарок. Хорошо, Касси. Ты привлек наше внимание тем, что завоевал доверие одного из наших друзей, и мы хотим дать тебе шанс. Так. Расскажи мне о вашей организации. Горожане недолюбливают нас. Те немногие, что вообще знают, что канализация существует, и пока они не найдут нас, мы можем работать спокойно. Так. Что ты... А почему это так? Я хочу выяснить. Когда выйдешь из канализации, плыви, там ты найдешь ответ. Так это я уже там был. А как... Ты можешь научиться у нас особым навыкам. Но для этого мне придет... Нет. Хорошо. Что? Первое правило. Никак. Второе. Третье. Если ты обнажишь оружие. И четвертое. Последнее правило. Тот, кто хочет. Так, что будет, если меня поймают? Что будет? Просто не попадай. Как мне так? Так, я могу научиться у вас. Чему я? Джеспер может научить тебя перед... Рамирес. Чрезвычайно одаренный медвежатник. А я могу научить. Также я могу помочь тебе стать... Марш. Ты теряешь шанс, который дай. И даже не думай. Так, предать нас. Хорошо. Ты принял мудрое решение. Если же так. Ты хочешь сначала получить воровские навыки, пожалуйста. Давай. Ты... Конечно, нет проблем.
Научи меня карманному воровству. Если ты хочешь обчистить, а когда будешь разговаривать, обокрасть пьяного, паденного рабочего, если ты не уклюж, он, конечно же, почувствует. Как мне доказать серьезность моих намерений? У этого упрямого алхимика Константина... Я уже его украл. Я... Поздравляю. Ты прошу... Возьми этот ключ. Он открывает дверь в отель. Кроме того, ты должен знать, что у нас есть секретный знак. Особый кивок. Вот такой. Когда ты говоришь с правильными людьми и делаешь этот знак, они поймут, что... Так. У тебя... Да. Меня интересует король Рабар захватил их как-то во время одной из своих кампаний. Каждый из кубков... Где эти кубки? Они здесь, в городе. И принеси их мне. А мне что с... Либо половина от дохода. Ну, давай так, а насчет так. Грязный воришка. Но подожди. Даже не пытайся воровать у меня. Что тебе не принадлежит? Ладно. У тебя мы не будем. Чертовски трудно. Там прям даже написано было и предупредили, что будет чертовски. Ну, я же не послушник. Так. Давайте по-быстрому опять. Эй! Я вижу, ты привык, и мы хотим... А там ты... Ты... А также... Шпевты и четвертый... Шпр... Так. Так... Ты теряешь... И даже... Кроме того, вот. Ну мы поняли. Так, обучи меня. А когда обократь, если да, как? Где? А прини. А мне. Либо. Так. Кровавые кубки. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Я где-то что-то когда-то воровал. Когда этих по сундукам лазил. Кровавый кубок, а он один. Не помню, где я его даже подобрал. Эй! Ты можешь меня научить? Ты... Мне больше нечем. А что за это? За ней находится сундук. Он поставил такой невероятно сложный замок. К сожалению, он как-то попался. Его засунуть. Но если ты хочешь попытаться открыть его сундук, вот ключ от... Давайте. Попробуем. Так, а ты меня чему можешь научить? Итак, ты с нами. А, еще одно. Но здесь, внизу, ты один. У тебя есть работа для меня? Есть вещица. Что ты хотел? Секстант. Ой, я, у меня есть, я принес тебе секстант. Я принес. Невероятно. Вот, где ты? В верхней части. Так. Ты мне нечего теперь. Нечему. Так, кого я вижу? Так, теперь давайте сохраню и верну обратно. Так, пока мне надо. А, забвение у меня уже стоит.
Тихо. Блин, ну-ка, а если мы его усыпим? Давайте будем усыплять его. Так. Так. Начали войну на земле Адена. И гнев богов был с ними. У меня и так хватает проблем. На. Так, мы забрали. Черт, в чем дело? Не знаю, ты что-то... Послушай, ты что, пытаешься так пошутить? Ты набив... Не стоит расстраивать. Я хочу сказать, эта мелочь, что есть здесь, это все, что вам... Кто сказал, что наше... Да, я тоже не могу в это поверить. В очень надежно. Понимаю. Хорошо, ты можешь оставить себе это золото. Вверх, но если они под его услуги стоят недешево, но если ты не стоит недешево. Так, ладно. От вас мы много чего поимели уже. За закрытой дверью мы взяли ключ, получим ключ. Бежим. Чего так далеко находится? Хагена сегодня вступает в силу следующий декрет. С этого момента лорд назначается главнокомандующим нашим ополчением. Все граждане этого города, имеющие военные навыки, насколько обязаны вступить. Насколько ты трудный, ну-ка. Право, право. Три раза вправо. Один раз влево, вправо. Раз, два, три, раз, раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз, раз, два, три, раз, раз, раз. Раз, два, три, раз, раз, два, три, раз, 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 раз. Раз, два, три, раз, два. Раз, раз, раз. Два, три, раз, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, раз, два, три, раз, 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 два, два. Блять, и там два. Там три будут уже. Три. Раз, раз, два, три. Раз, раз, два, раз, 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 раз. Открыл нахрен. Только что вот это за чаша? Золотой кубок. Открыл. Так, так что мы у них своровали, это останется у меня.
Если я их убью, мне достанется ключ, который открывает на острове, на том, куда надо плыть. Ой, не туда. Так, мне его не убить. Эй, ты! А где... Ты думаешь, я тебе... У тебя будет достаточно. Так. Выбегаем. Кровавые кубки, да. Точно не могу помнить, где они все. У барона помню, да, там. В верхнем городе. Посмотри на себя. Я... Не говори мне. Даже и не думай. Мы не можем себе позволить. Да, конечно. Так. Я ей больше ничего не скажу. Эй, ты! Будет только хуже. Ты один из нас! Я скажу тебе кое-что. Если ты намереваешься залезть в чей-нибудь карман в городе, они очень бдительны. Попробуй взять нужный тебе предмет одну. Так, ладно. Он почти не отдыхает. Но это ужасно. Ему нельзя доверять. Он слишком... Как дела? Болтает. Что тебе еще нужно? И что еще хуже? Так, ладно. Не скажу. Он слишком много болтает. И сейчас... Ему нельзя доверять. Он слишком много болтает, правда? Пойдем к Андре. Интересно. Я видела это сама. И что еще хуже? Ты что там факел носит, но без факела? Так. Блин. Ладно. Что же мне сделать-то? Ну, я думаю... Паша, я думаю, на этом все. Я пока по городу поброжу. Кубки же это не столько главное. Все будет... Кстати, ну-ка. Эй, ты! Ему нельзя доверять. Я слышала другое. Я всегда это думала. Мой муж думает по-другому. Мне и нужно идти. Как знать. Если бы я не видел это собственными глазами... Новая запись в дневнике, только что там. Выполненный, проваленный, посылка Бальтрама, наглый вор. А, ну так... Наглый вор и посылка Бальтрама, я просто по-другому начал, все. Кто-то должен делать это. Я слышала другое. Все об этом знают. Ему нельзя доверять. Все будет только хуже. Совсем жизни не стало. Мне нужны... Мой муж думает, по-другому. Я ей больше ничего не скажу. Ему нельзя доверять. Он слишком много болтает. Ему лучше заткнуться. Покажи. Лук. Вспомнил, я же лук. Никому. Ты хочешь сказать? Он почти не отдыхает. А вот у тебя что я могу украсть? Я ей больше ничего не скажу. Он почти не отдыхает. Но это ужасно. Он не может угодить всем. Я всегда... Так, ладно. Я видела это сама. Пакет. Лук. Обустук. Так, ты-то вообще отдыхай, Валентина. Так, и что мы имеем? Это было так, как ты сказал. Пришел на... Почему не учится у меня? Это было так, как ты сказал. Я думаю, мой лук в темной дыре. Надеюсь, у тебя не возник. Нет, мне приходится. Но... Так. Никто ничему не учится у меня. Как если в гавани. А нет, друг. Нет. Знаю, кому верить. Это давно известно. Что ж, ладно, все. На этом все. Я теперь даже не знаю. Увидимся на следующем видео. Пока.